Кушайте он А когда свинью. на Мальдивы свозишь? Что это за пир? Где нормальная рыба? На Мальдивы тебя? Да, ну давай меня. Тебя в РС-ку свожу сегодня. Не-не, там... Сегодня там будем обидают. Смотреть, как латный петух хилит меткий танк. Сначала на Личе, а потом на Халионе. Вечер обещает быть томным? Да. Темным. Вечер просто обещает быть каким-то. А рейдеры взяли пиво? Я взял. Хорошо. Тебе дать баночку? Есть с малиновым вкусом там, да, тебе? Я энергетос объебал, не хватит. Ну, у меня энергетос есть. Ну, а какой тебе чилит, если ты энергетика въебал? Петух, поставь концентрацию. Где этот мальдиней? Тебя сумолили 150 раз, поставь в шкаф водник. В ахуе. Сумонится. Чувак, камни тратит. Надо ставить камень, или ты прогружаешься уже? Не надо, забей. Все, погнали. На пулу в Мортыкова. Тихо едете, блин. Сегодня будет дерзкий рейд, где мы будем оскорблять тех людей, которые не умеют играть. То есть всех, да? Да. Будешь кучеровым базарить? А потом спрашиваешь, почему пишет, ну, негативные отзывы? А что бы я ни делал, все он будет писать, поэтому проще чморить. То есть, типа, что бы я ни делал, все они будут такие. И тридцатку даю, брат. Пойдет? Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем... Мы тебе сейчас фиолетовые логи сделаем, Макс. Ты не сделаешь себе фиолетовые логи. Если китайцы. Из-за того, что парсили китайцы? Да. Удали мага. Бля, я не могу, нахуй. Да нет, у меня шмоты просто. А что ты с китайцами не пошел? А в чем, бля, виноваты китайцы в том, что у тебя нет шмота? Да потому что узкоглазые, блядь. Так у них даже вова. Да, китайцы только за магов играют или там все баки? Да, да, да. Они ломают логи Макса, блядь. А его потом как памперы чилить не отправляют. Да, да, да. Бесит пиздец. Из китайцев. Все китайцы Максом ненавистники? Да? Я, в принципе, даже предполагаю, за что. Влево уйдите. Он готовит почву, чтобы распаривать потом минус доли. Влево угу. Не распариваем, не похуй. Шмартак справедливый. А тут долю дают? Да. Если бы не Мартак, и не его минуса, я бы так и сидел в зеленых логах. С фул доли, да? Да пока с синими осталось. Надо тебя мотивировать теперь на фиолетовые. Макс, синие логи это не, ну, не показатель, что у тебя будет доля, так что будь аккуратен. Я не касаюсь обычно. А это не играет роли. Макс, у тебя зато сегодня будет бонус за, знаешь, за что? За комнату и за этот, как он. За меткой будешь на этих гарпий ебаных. Валькир. На валькирах метка? Да, и вчера я Куроми дал бонус. Понял, а теперь бонус за это. Макс, ты за баджиками чисто, да? МСС? Да, да. За баджиками. А он готовится к передаче к Нубесту. Морально. Там пока в ГБ без доли? Не, я лучше беглина. Да там четко все, ты че? Да, да, да. Как ты любишь, один с хэмов? Да, и домой. Домой. Мыть ноги. Но бывает трая лича в хэме в ноху липала. Но краничка на поле пали, так что шансы есть. Но они тебя заколят лича, не переживай. Я еще там повякаю чуть-чуть. Все, план. Лич упадет. Да. От смеха. А то после... слов пыточной моих, она теперь боится в рейды регаться. Я тоже, если честно. Да все боятся. Кому
это настоящее. Дайте точки, дай пи в настоящую, МК ему дать, все дайте. Проверяю Макса как памперы сегодня. Готово? И пиайку ему все даем, да. Все даем, играем, весь рейд играет на настоящую. Кушаем рыбу. Я дал. Сегодня делаем фиолетовые логи Максиму. Он уже просрал свой баф. Мартак, а ты в танк? Пёя? Ты в танк сейчас или нет? Просто Крисба и Яли. Два танка. Ну, 1-4-300, и мы по 6-300. Как думаешь, что из нас танк? Ну, Крисба по-любому. Будешь, Крисба будет танчить сегодня. У тебя 6 танков. Он выделен как танк. Где он выделен как танк? У него руль танк стоит. Вот сейчас Крисба. У меня написано, что он боец. Чемпион. На полу в Крисба тогда получается. Так, короче. Класски выпить. Готовься, брат. Этот, кто? Задун, выйдешь тогда, ладно, на вихрь? Я влево, испрач вправо. Латный десак, петух продлишь. Тактику не надо рассказывать. Вообще, бейте босика, выходите из луж и бейте шипы. Все. Пул 30. Все КД даем в настоящую сегодня. Mm-hmm. Максим сегодня в образе пампера. А завтра в образе Рейла. Понял. Аж скрываем тебя с всех сторон. Можно мне сзади не раскрывать? Ну, это уже... Раскрывать, да, сзади? Как договоришься, короче. Макс кинул инер. Спасибо. Шипы разбили. Стойте поближе к спине, чтобы вас не разбивать особо. Потому что если вы далеко стоите, вас будут долго разбивать. Что-то впало всем разворачиваться. И тратить урон. Ну во! Второе место нахуй. Первое, блядь. Выбейте настоящую, быстро. Шипы ж быстро выбили. А, это мысли. Разбиваемся. Беги, малышка, пошли. Беги. Пяйку ему все дайте, хил ему, боб ему киньте, блядь. Все, чтобы он только диван бил тоже, боссу. Да? Не, диван не надо. Санта, нажми гим на хп. Шипы выбили. Фастом выбили шипы. Метерия гимна хп. Это что-то пизда вообще. Прожмите. Все, так оставим. Так вот. Гоу чуть сюда зайдем, развернем. Жесть. Ледовая пробка. За 30 секунд. Шипы. Теперь корейцы виноват. Хант на тебя, походу, не выбьет. Слишком далеко стоит. Вадим уже без одного осколка. Вадим, пару слов про дроп. Я бухаю какао, понял? Какао. Ты бабли забежишь или сюда придем? Нету бабы, погнали. Ну, заведу сюда. Спрячьтесь. Потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы.
Да, китайцы все поломали, ты на втором месяце, но у тебя 70-й лок. Я тебе говорю, у него невозможно... А знаешь почему? Потому что маги сейчас это... Топ. Да. Да, вот маги топ. Они 50 тысяч секунд только за 1к задают. Сразу. Значит, прок, Макс, сколько ты секунду даешь? У меня секунду 30 секунд, у меня вообще ни одного прока не было. 30 секунд. Везде. Сколько у тебя крита? 60... Да, 69. 70% крита. Это китайская порча? Да. Но. Ну съешь там вок, я не знаю. Лучше можешь будет. Блять, не вока. Есть палочки. У меня стаунта нет, поэтому молитесь. Палочки Кузя пойдут? На этом боссе, это вся тактика. Молитесь, чтобы у вас не ёбнул, блядь. Понял. Спасибо, Ирина. Это... Символ поставил, что ли? Да. Это... как там? Все, короче, ебашим босса с двух ног. До второй пачки мы должны перевести Геру сразу, пот и всю тему. И ты там поставишь нормальный НЛ, чтобы до всех достал. Ставлю рыбу. Ханты и рога напулите в Яле. Яле отведешь. Я слева, ты справа вначале. Подводим бомжей, сразу сдаем. И сразу перевод. Мы не клеваем мобов первых, мы просто лупим босса точечно, ребят. Надеюсь, услышали. У-15. А почту поставить можете потом? Потом. Работаем. В эти священные покои. Это место станет вашей могилой. ДК под гриб этих кастерских мобов. Гриб, гриб, гриб. Восстань и обрети истинную форму. Больше в босса, чуваки. А. Там минус воды. Поднимите аркана. Бьем. Найс. В виде босса на пол дайте. Фера, иди подними. Воина, иди поднимай, давай. Да как гриппы? Ну ёб твою мать. Чё, ники называть, то не гриппы это? Читочки, гимн, ХП, петух, десак. Духи отошли. Кто взорвет? А, сегодня на стриме, короче. Как лысый сдох. БР лысый Лорентель. Смерч, пожалуйста, активнее в мели. У нас прист умер. БР его, Айсерес. Щиточки подними, Айсерес, быстрей. Латный бабу. Латный десак. Меня хильте, Макс хильте. Да Айсерес, Инра, защиточки. Курсу снимаем, Айсерес. Маги снимаем курсу. Все маги курсу, дайте смерч. Быстрее, мы сейчас так еще лечь можем. Духи отошли. ДК под гриппайте этих мобов. Лысый, Варта, Яля. Гриппайте, который без рефлекта пока. Зачем, блядь, фанатиков гриппайте? А, духи в мели идут, отошли. А в чем, блядь, фраза «отошли» Ферал отличается от того, что ты стоишь? Взрываешь дух, убиваешь лысого. Вахуя. Босс просто бейте, на боссе боб. Вы же все дали боб. Я лидер на каплю, браток. Живи. Метерия, дай... Ладно, не давай ничего. Койма, нажми десак.
тебя вроде есть. Вы осознали бессмысленность своих действий. Просто добейте босс. Очень много кастеров и просто хилов ложат. Даже ДК не гриппует. Так, кому там удиней? Потом сразу за все расчет. Ванька. Пиздим трэш. Стоим. Если я умираю, минус хилам все. Я не умер, хилам бонус. Ну не всем, да? Ну не все. А СР что дадим бонус? Царапки его. Тебе бонус дадим. А я на ордеов на урейт. Я сейчас спамил 13 человек было. Я второй раз пытаюсь собрать в пятницу, у меня не получается. Собираю в понедельник, вторник, лич с первого пула падает. Не знаю, почему в пятницу не уходит. Мне в пятницу очень удобно было. Можно попробовать в среду, в четверг собрать. Ну типа даже ауты не пишешь. Ну типа просто вот 30 человек собралось. Сам охуел. Да убьем дракона. Зачем? Сапоги на кожаные. Латексные. Пехота усмирителя. Занять позицию. Возьмите себе и своему другу. Есть. Блять, а ты вообще на ком маква? Чуть не пойму. Надеюсь. Лорантель? А, пизда нам сегодня. Чё? Не, ничего. Повтори это, пожалуйста. Ты сегодня во тьме в дереве бегаешь. И чё, там темно? Так. С нами лысый ДК это автовин. А поставьте почту. Да лысый уж давно не фейлил, чего вы болите. Пару раз лужу разлил, и чё? Я тут лужу не разливал, блядь, все разливали. Так, поставь почту, пожалуйста. Откуда ты письмо ждешь, скажи? От себя. Я не принял почту. И у меня 500 голду, я могу заплатить за свои 500, если почту не поставишь. Да поставил тебе в центре. Давай без слез сегодня, пожалуйста. Нет. Банк 228 тысяч? А, не, слушайте, лол, погодите. Сейчас перебидем. Я старый отчет не удалил. Не-не. Я в старый отчет хуярю сижу. А, все, ладно. А что, двое? 5 целка. Запустите босса, плиз. Сейчас я сделаю. Сейчас мы перебидаем. Пусть двигатели летим навстречу судьбе. Держите шлемы крепче. Что происходит? Ничего не происходит. Держись крепче. Пожалуйста. Заново поставьте на сапоги, какая там 7 была ставка. Квадро, ты же, да, на Сандрах? Да. Окей. Только напомни мне, я бывает забываю рогом давать десяточку. Дайте мне подзорную трубу. Клянусь бородой, корабль Орды несется на нас на всех парах. Макс. Mm-hmm. Там корабль Орды несется. Ах вы псы трусливые, напали из-под тишка. А какого хуя он дальше бидает? Я не понимаю. Что? Да что ж такое? Битва. Не сдадим мы без боя, дитя. Почему он решает, что мы разыграем? Можно уже на мага прыгать? Да, прыгать. Блять, я же трэш танчи, ебать.
Метатели топоров поживее! О, пофиксили, теперь можно прыгать с этой штукой. От воли. Иначе нам придется разнести твой корабль. Разрушители! Сержанты! В бой! Разведчики! Боевого мага да сюда! Что пусть откнет эти пушки! Не сдадим мы без боя, дитя Стальгорна! Макс. Mm-hmm. Я могу, вот сейчас я буду тебе тоже рекламить твой рейд завтрашний, я могу подписать, что Рел не Мартак, как Усуп писал раньше, что Рел не Усуп? Да, да. А зачем он писал, что он не Рел? Чтобы люди приходили? Да. Там какие-то его помощники рейд собирали, и все думали, что Усуп поведет, а они писали, что Рел не Усуп. Надеюсь, что к ним больше людей придет. Нет, там... Во, Дискорде. Там... Вроде так было. Не помню, что это Дискорд. Ну, там дебил вот это. Метка скрыта с ПД кольцо. На 8 марта можете подарить кому-то ее. Мне. Читочки, тебе надо кольцо? Ля. Так, тактику кто-то не знает. На босса Сорфанг смертоносный. Минус 50 Лорантелю, запускаю босс. А если я еще раз напишу, я это будет минус 100? Да. Рыбу поставьте, пожалуйста. Поставил. Холипау, бопа, потом ретрики. Портпау не будет бопать, он ленивый. А ДК первый танчит. А, все, и все бьем трэш. Ну, на ранжах. Кулак, роги. Кулак, дайте роги. Кстати, на портпале его тоже нет, этого кулака. Кто их бафает? Не ты. Молодиней, кулаки раздай. В атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Во имя короля меча. Адам стан и бьем модов на ранжах. Агро. Адов бьем. Алло. В мысли вслух, почему ты босса бьешь? Трини. Настоящая. Ты сказал, что я паршу сегодня. А бить мобов это не парса? Нет. Первая метка. Первая метка. Что мы с ней делаем? Ее хилит латный хил. А второй будет хилить петух. А Лорантей дает латному инер. А че я? Это мой инер? Нет, твой не инер. Надо, не я надо. Здесь... Я уже отдал. У нас умер кто-то. Не жалко, это бай. Щиточки хилит петух. Лорантель хилит третью метку. Сегодня, кстати, воля падает. Обещаешь? Забро. Да, чек. Жопу ставлю. Понял.
А ну кто, кто поставил? Я записал. Кто поставил? Ну записывал вообще-то. По Адам сыграли. Бля, чуть не сдох. Молдиней. Третью хиль. Мобов сдох. Десаук даю. Добейте уже босса. Я чувствую, как будто инвалидной тростью кнопки нажимаете сегодня. А если нет трости? Блять, не видно, почему так хилит. Лол. Кто там попу ставил? Где попа? Попа в студии. Ёлка, пожалуйста. Осколок за попу. Мы с ним попу. Так, шея, меткость, СПД, хаста. Там кто-то пятак ставил, поставьте еще раз. Разбитый титания ноти. Я не знаю, почему он некоторые вещи безумоведомо пытается продать. Это восстание аддонов. Бля, да. Причем вот на нескольких персах это такое. Видишь, сейчас правильный же амулет? Да, 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 да. Сейчас шея бидается, все норм. Я не знаю, может, какую-то авто вот эту хуйню поставил. Вроде ничего не нажимал. Нужен айтишник мне. Фобос айтишник, обратись к нему. Фобос айтишник? Нет. Да, он мне Windows помогает скачивать. Проходим. С официального сайта. Нормально. Ну через прогу еще бесплатно, да, ставит, делает? Ну деньги с тебя берет. Ну просто деньги с меня берет. Кстати, если есть кто хочет в Кате поиграть сейчас, на пиратке с ребятами из гильды, пишите в личку мне. Уже почти 20 человек стак. Неделю через две рейды пойду первые. Ну там X3, по выходным X6. В принципе, быстро. Какой уровень тебя уже? 30-й. За Орду? Нет, за Альянс там. Что за пиратка? Атни как-то, или как он там называется? На ФП только ДК продают, 85-го. Богов нету, 40 до сих пор. Да почему ты бидышь, урод? Отступи, Мурадин. Позволь пройти скорбящему отцу. Топор 1.5. А колечко на танке это он уже разыграл? Нет еще. Так это БЕшка. Отодвинь его сюда, чтобы большой не загрелся. Ну ты че? Большой загрелся. Забери, забери большого. Собаку добиваем. Не би, не, не дайте такую. А когда у тебя ленточка упадет? Она падала, ее рейды забрал. С ней положил бангалду у него отжать. Не-не, ты не забрал. Рейду. Так, я на боссе, Яле, на слизняках, третье лево, четвертое право. В мили ходим за лысым ДК. Ты боешку забирал, Трэша? Кольцо? Да. Да. Танк искать забрал.
Ставлю рыбу. О, 15. А че 15? 5, 4, 3. Я сегодня только до 15 считаю. 1. Я не забуду вашей доброты. Натура нет. Благодарю. Шаман, поставь натуру в центр. Я не был у врат гнева, но многое узнал от выживших солдат. Твой ну, профет тоже в центр поставишь. Он пал смертью героя и заслуживает погребения с почестями. Там Макс умирает, хильте его. Хочешь? Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Можно фридом? Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Забери. Народ умирает. Он тебе милее, друг. Пил троих. Я далеко был. Сейчас стакнутся они. Должен сразу его дергать. Смотреть за этим. Стоим. Бежали за лыс. Зап и метка скрыта спада. Все в порядке. Просто я... Лучше только с Халёна. Мурадин, защищай палубу и приготовь солдат к штурму верхних этажей цитаделей. Я вызову из Штормграда подкрепление. Так точно, ваше величество! Он же сказал, он далеко был, не увидел. Вот сразу, Вадим. Thank you.
А почему не записывается? Чего? Вот обе не записываются. Не знаю, мне все нормально пишут. Мне не пока... Там пишут, просто нет. Такие охуевшие логи, что он не пишет. Там Вадим договаривался, чтобы мы подкрутили. О, кто коследи сябра есть. А при чем здесь танки, молодиней? Тебя убили на сурфанге мобы, а сейчас тебя убили, потому что реально не увидел этого, что там большой. Он не видел, он не доставал, по-моему. А. Один раз ты сам сдох, второй раз танк. Но не танки. Ты же за моей ошибки не умер еще сегодня. Сейчас я исправлю. Погоди. Сейчас на этом поле умираешь из-за моей. Третий лево, четвертый право, Лорантель право, щиточки лево. Латный первый, спор, а петух вторая. Пол 15. Первый пал танчит. Камушки возьмите все, пожалуйста. Молодиней, возьмите камушков. Бегайте за лысым ДК. Five, под лево начинаешь four, лысый и направо three, бежишь под каждый предмет. Провел чуть-чуть под трап. Хантики. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Восьмом заберешь у меня. Милики, в меня сбежите. Я чуть подойду. Отойдите от центра, там захуярю. Забирай. Два, раз, забираю. Каплю, ладно. На пульте наяли ханты плюс. Бля, творог с вареньем ем, чуваки, так охуительно. Предлагаю на перерыв всем себе сделать. Прожались. А почему не прожалась? Она с мамой сдох хряпулю. Пиздец. Она бы не дожалась просто. Блюдка это мой. Че, расстроилась? Почти 18к было, взял литры головы. На демоне? Да. Юзнить экран.
Сколько же на рогу упало шмота, его никто не берет. Угу. Так его счет нет. Алтору. Блин, что с логами не работает? Макс, если станет легче, у меня нормально. Я прогрузил и все. У тебя 53 общий, Макс. Доля, может, будет. Мы заходим. Я ли в пуджа сядешь, бомб по обычному убивать. Бомб стопать перед первым. Нам с барем не хватит стопить урон. Десятый делал морд. Это же стоп хопус. Перчатки на холипалов и шаману. Плащ СПД хоста дух. Не шею отдал уже. Руб поставил. Мординей кулак дашь фуджа, петуху каску. Первую лапку дашь. Можешь, пожалуйста, метки убрать? Не нравится? Мне вообще не нравится. Токен разбойник от смерти маг-друид. Героический. Кто? Дефантер, это дорого. Ну там китайцы же все равно возьмут спорт. Конечно. Нахуй покупать. Я больше удивляюсь, почему Байер ничего не берет. Что он должен взять? Имеет ну, да, у нас мах 3 КГС, токен не берет. Героик токен? Зачем мне героик токен, чел? У меня этих баджета нету. Так там забыл. А почему падает? Сразу чел? Пушка падала. Ну, чел, человек, какая разница. На ретрике ваш кореш? На ретрике ваш кореш? Какой наш кореш? Не знаю, может какой-то. Какой может, именно? Мальдиней. Не, не кореш. Это мой брат. По Икса Юрию, может. Был 15. Я распула? О, прости, зеленый дает. Я не сплагил. Бомб стопать, Никигер. Убиваем под поклонской тактики. Нам не хватит урона ни на какую другую. Веду к зеленым. Хотя нам тут, походу, даже стопать не надо. Стоп, босс. Никто не бьет босс. Все в зеленого играем.
Зеленого убьем, потом опять зеленого все на мельках. Все в зеленого опять стоим, ждем, переводим босс. Пей лужу. Марта, стоим здесь. Передал. В зеленого все стоим на миле. Если мы задыхаем сейчас, кто был не в миле, утует минус. Все, работаем по слизням, по цвету. Все работы. Раз надо бить. Нихилах тоже бить. У вас нет урона. Не стоит АФК, бейте тоже слизни. Пельмени 3 секунды. Это еще откуда? Пельмени. Красный появится, сражаясь, учимся. Лужу пей. Не бей босса, пей лужу бегай. Вообще урон похуй. Красного, красного бьем. Иди к миликому. После... Отвел. После зеленого будем переводить босс. Пельмени отошли. Центр стали. Оранжев. Я могу этого не замедлить? Да. Все в зеленого играем. Милики также остаемся здесь. Пельмени отошли. Сюда все милики к боссу. Блять, бомбу поставил, сори. Сюда отойдем. Дадите чуть-чуть там сзади бомбу. Стоим здесь на миле, ждем зеленого. Все, все под зеленым все сошлись. Может получиться что-то любопытное. Все по слизням работаем. Я два стака постою, потом ты три. Все по слизням играем. Летаем в стол. По красному будет урон? Куда ты его повел, лысый? То есть им домой хочешь? Домой их себе привезти? Установить его? Лоран народу показать. О. Гер. Пельмень. У меня хильдьбу? Чуть не сдох. Нет. Забирай ель. Я или хиль прожмись. Выведи его, там лужа сзади него. Пельмени отошли. Красиво, Макс. Че, он пельмень сказал? Приятно. Че, китайцы опять тебя наебали? Забрал. Я бы сказал, кто, блядь. Пельмени. О! Сейчас будем отбирать его ретриков. Налоги себе. Налоги? Да. Так. Водяней держи. Колбу ставлю. Мах умер. Как так? Китайская петарда? Макс с петардой пальцы трогал, от кнопки жать не может. И петарда была, кстати, с кита. За 12 тысяч колбу отдашь? Погоди, у нас два ретрика Байера и колбы 12 тысяч? Пароход, парапальпер. Не, слышь, переставь, я просто...
Я не в рейд чата писал. Ставлю зону. Добрый день. До скорой встречи. У нас бампера еду 40 габ пидуют. ПС берем. Если фортанет, выполним. Если Макс не умрет. А мы сейчас Макса слышим, назначим на кинетике. Да, это чтобы Макса точно залить? Погнали. Водник кидай кол. Макс, ты можешь завтра его поставить на эту хрень. Энхам. Ну похуй, это его проблемы, не твои. Я могу убить за бонус. Так он один хуй сдаст фиолет, понимаешь, ему еще придется бонус давать. Ну он только бонусы получит. Да. Я хитрый пизда. Водник твой зад, Ари Мачан, твоя платформа, танцпол. Держи. Мак вышел. Задун, твое лево. Погоди, а кто он справа держит? Право у нас будет держать Энал. А центр царапки. Да ты и так там на сове, блядь, две кнопки жмешь, парсишь, как же драйв. Подержи кинетик. А сколько? Три. Какие? Еще Старфоу, которая раз, блядь, в бой взяла. А, еще и Индер. Ебать. Это скилл. Пенечков еще взял. В доте, блядь, больше кнопок у некоторых персов. У Фуриона. Да, там еще пеньки надо контрить мышкой. Сорно. Особенно разводить, да, там их? Да, да. Или фантомом. Мне кажется, если по фантомам, то, бля, контрить вообще пизда. Не осилили его. Че ты перестал разыгрывать шмотки? Че? Че шмот перестал разыгрывать? Завидуешь? Я хочу шмотки выиграть. Виногольчики. Забери тактика, забери тактика. А какую-то шмотку? Давайте кожаные бисовые эти руки побитые. Давай. Я помню, они за такие деньги невероятные уходили. За квартиру в Подмосковье. Да. Ладно, на первый вихрь десак, петух на второй. Ретрики в центр бежите, вары бегут влево, ДК бегут вправо, а Рога бежит вправо по лесенке, а Ферро влево по лесенке. Не думаю, поняли. Мув. Братан, у тебя есть перчатки? Зачем тебе еще одни? Так это одни здесь только. У него же две руки, блядь, не как у тебя. У него лапы. У него вообще лапки. Зачем ему перчатки? Где ты их увидел там? Я, кстати, его раскусил, у него больше 7к, он не может биться. Хочешь жрать, дай перчатки. Тут, походу, я байер. Угу. Да. Макс, перчатки надо на мага? Тайм япнут. Ого. Будешь латный ману от регень. Кот, дай ей латному инер и поехали. Заходим. Да что? Так, я себе дымок поставил. Кто зачем? Это минус 100, блядь. Пожалуйста. Завтрашним рейде? Да. Врунтер уже напомнить. Я прослушаю. И уничтожьте наших врагов. И приста бафа нету. Ну дайте бафа. У меня есть все, он просто умирает. Почему-то.
Свитками добавайтесь, как бы ничего не хватает. Да ёб твою мать, блядь! Где Напуэ? Бэр? Бэр Царапкин. Это у босса тебя? Да тебе не Урантель, дайте... Да Берни, что ты пиздишь? Что он справа идет, сидит. Подойди Берни его. Не спрашивай тупые вопросы на пуле. Бэр дал, и все, играй. Когда не бой, тогда да, можно что-то. Снизу его нереально не видно было. Ой, блядь, он справа стоит. Темная сфера сделала меня... На ступеньках. Килисет активно, прожми зеленку, потом минус 50, кровь. Зубы мне дай. Моя чаша полна. Вихрь, Энал за тебя. Правдивый побежал. Талдарам. Когда у вас шар летит, что нужно делать? Бежать в рейд. Насладитесь болью. Санта, демонстрируй. О. Неправильно. Шар кастуется. Шаром в рейд бежу. Метерия. Бля. Сейчас откину. Десак нажал, отойдите. Вахуя. Так, осколок молдиней. Держи. Это сюда. 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 Так, травму бидаем. Че тебе подсказать? А он в субботу только пошел. Шмота нет. Вчера был нормальный вот лут. Сегодня хуета. Ну, посмотрим, что еще на Люче будет на Синдре. Может, ситуация изменится. Так, просто чили на компании в пятницу чилим, да, ребята? Mm-hmm. Получаете удовольствие от Warcraft? Нет. Ёбаные голдселлеры. Кассы нет, все, идут без настроения. Так ты купишь что-нибудь для приличия. Мне нихуя не надо. Ну тогда что ты? Смотри, обис свой. Тебе еще сейчас похилит меня. Я посмотрю. Ну да, почти бисовый. Но мне токен только нужен. Я по схеме Макса напал в китайцы, им покупаю гер-токены. А с поясом что, тоже по схеме Макса? А пояс, кстати, не падает. А, вот все, началось. Но по-моему не падает. Ты вот видел его сегодня в луте? А ты его выбил? Я его убивал. А ты заслужил его? Да. Так он не выпал, получается. Я не никого сегодня не положил, кроме Царапкина. Его не жалко. Но я как бы... У меня таунта нет. Сори, Царапкин. Я вроде стаунтил, а он потом назад побежал. Видимо, ты Старфол въебал. Понимаю. А ты слабый. Он когда к тебе бежал, на тебя ты улыбался в этот момент? Что пизда уже, у танка нет таунта и как бы все. Ну, остановиться ддшить не смог, да? Он ебашил снял, даже шага не сделал. Он прям все свои три кнопки нажимал одновременно, блядь. Кушаю рыбку.
Ладно, первые два пакта. Петух, третий, четвертый. И третий лево, четвертый право. Щиточки в центре. А я где? Ты куда хочешь. А можно возьми Макс, чтобы зачинить? Можешь прям на плечи сесть. Как ребенок. Спасибо. Я тут картинку вылез обратно. После того, как он токен не купил, я ему переставал. Если ничего. Да вообще ему ничего не давай. По 15. Кроме репортер. Да. Не пей давали. Ты ж не трамишь. Да. Естественно, уважающийся игрок. Ты потратил 2000, да? Конечно. Я потратил еще когда-то 4 стоил. На всех персонажах. Нет ни одного персонажа, где нет инженерии. Кроме Роги, которого вчера вкачал. Но он же 4500, ёбарь. На орде, типа, или тут? Угу, на орде, на орде. Ноксонис здесь как, кстати, закупился? Там 264 ноги, ступни. Всякую хуйню понакупал по 300-500 голды. Я бы пока вот спрайс пойдем, на 4 шмотки упал. Серьезно? Угу. За сколько купил? Покосорил. Бля. А мы даже друг друга, блядь, позвать не можем, мы, блядь, тоже нахуй двух рок начали качать. Пизда. Один мутик, другой комбат. С ним два мутика. Еще хуже. Вы там стоите в луже. Вообще всем похуй вообще. Подвинем босса, то не понимает, что сдохнут. Бля, стримов, но, наверное, что-то не лагает пиздец. Не надо. Я не знаю, для кого ты стримишь. Для меня. Джерри. А. Что-то меня прям пиздец подали. Конечно. Те китайцы это. Дудосик. IP вычислили. Да. Ты перегнал. Я только попробую на вкус. Мак, блядь! Вот это эмоции были. Крик души. Нет, так, блядь, факт он стоит. Хпай бежит, мы... блядь, туда, в конец. А что мы с ним делать? Beware. Это Закс, красавчик. О, это наш братик бегает. Убейте, уродцы. Какая жалость. Страдайте же! Тон сейчас кого-нибудь там убьет. У меня мана кончилась. Щиточки, гимноман. Убейте Резакс. Он реально сейчас поубивает тут людей. Блять, у него штука хп, он хилится, ебаный в рот, блять. Дайте ему БР, типа. Лорантель. А че я? Это бессмысленно. Понял. Правильно. На вкус. Резакс, ты Пампер шелку спроебуешь? Как считаешь?
квест не забудьте сдать. Да, он здесь сдается. Как настроение? Да, ума. Биду хэм токен на друидов там ДК. Ну, Лурантель забрал. Брога. А, один, да. Нет, еще не бидну. Танковский чистак. Обнажите клинки, соратники. Фрейгулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. У меня, короче, на Орде, когда мы все с первого пуа убили, типа, мы были на лайне тоже через час. Он написал, что так долго, и через 5 минут толкнулся и вышел с ДС. Иди же, встречай свою вторую смерть. Короче, за логин там. Я, короче, лёгнусь с этого места. Хантовский поясок бису. Макс, бери. Мартак, 8 марта рыжую позовешь с нами? Умрите! Мой негр подарит. А она вернулась в Дискорд? Нет. Я ее в ЧС кину. Вдруг ей муж подарит уже. Бля, давай заново, я думаю, это щит, ну чё. Заново чистак танковский бит, да? Прошу, сожгите мои останки. Хочу согреться хоть после смерти. Сегодня, кстати, первый день весны. Че сегодня? Первый день весны. Ну, абонентская плата за телефон снялась. И налоги. Рогуские ноги. И кошачьи. Никогда не мог дотянуться до верхней полки. Бля, интересно, а если 20 человек зайдет к Усубу в рейд и инвайтнут, ну, инвайтнут меня и скажут, что, типа, если я пойду, то они все идут. Он, типа, скажет нет или возьмет? Как думаете? Можно флешмоб такого устроить? Скажет нет. Он не возьмет нас всех. Типа, всех 20 не возьмет? Скажет ГС маленький. У него? Да. У нас. Ну, у меня есть персонаж, которого он не знает. Сейчас прибудет ее подкрепление. Не с ником Мартаков? Да. Там просто две F на конце, он не догадывается, что это я. Ты сам привел мне подкрепление. Точно не Мартак, да. Все подскажут. Мы с петухом летаем, и Яко тоже летает, что очень хило. Рейд. Кольцо Критос подадух. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы... Можешь летать. Ничто не спасет. Продолжайте сражаться,
братья. Я останусь тут и сообщу Тириону о наших успехах. Не останавливайтесь, убейте Синдрагосу. Танковские латные перч. Чё? Не дайте. Ставлю. Танковские латные перч. На опыты. Что? Что я наделал? Нет! Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь Ставлю рыбу. Сохранить все части тела. Принимай. Героический токен, разбойник, рот смерти, маг, друид. Поехали. Босс убить. Кто обидается, может стоять, биться. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Если я вот и спал. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы. На исходе. Залечите мои раны. Ну, пожалуйста, метки со всех, кроме петуха. Снял. Плащ с подохаст дух точно никому не нужен. Ноги бисовые, кольчужные. Скелет сверху и вху убить. Слева зомби. Сон. Там вы найдете спасение, герой. Щит танка с кисланы. Чела, который бидлись. Скелет слева вверху опять. Там кто Крис был, коим он щит поставил. Алло. Так они его разбидывали. Оба. Койман 4500. Крисбо. Что ставишь? Душу. Я открыла портал в изумрудный сон. Крисбо ничего не ставит. Может, не лезь, это будет бить, а Волдерна убьете. Это справа. Beware. Ставлю, сейчас еще раз щит поставлю. Ставлю Крисбо и Койман еще раз щит. Бидайте. Там вы найдете спасение, герой. Вы тогда там скажите петух латный, когда вам эту геру. Когда готово. Слева духующий подавитель. Сверху и снизу. Скелет слева, близко. Спасение, герои.
Бля, у меня музыка из Джеймс Бонда заиграла. Чувствую себя агентом 007. Скелет сверху, вверху. Свистнемся. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Beware. Ну сейчас они зайдут, выйдут и захилят, да? Да. Ну сейчас вы выходите и захиливаете все. Ну это не точно. У нас есть мотивация все. Бана? Сан. Вера. Скелет да. Слева. Гимна на хп прогнить. А чё скелет не свищем? Чё вы справа там делаете? Я же сказал, слева скелет. Чё вы справа стоите? Вы глухие? Похуй. Дайте инер. А, не, не надо. Ну, запа на холи пал. Там скелет дал кучу костров. Хуё. Макс, где ты умер? Ссылка? Нормально. Интересно. Ты на лича пойдешь? Да, да. Либо у ворот будешь стоять. Я там плюс 10% будет получать. Да куда ты бежишь? Минус 50, потом... Да куда вы бежите все, дайте трейды. Сберите жводки. Я что-то выиграл у тебя? Да, да, да. Срапкин хилишь. Напомни, чтобы я забыл тебе бонус дать, ладно? Хуя маг профессионал. Максим. Пока он сейчас умрет. Подожди. Пока. Дайте подождем, пока он умрет, а потом их запулим. Ну ты поздно сказал, я побежал уже. Да-да-да. Твоя ошибка. Ну блин. Выпиши мне минус. Хорош. От ноля не отнимается. По один жрец чернокнижный героический токен. О, как раз токен у тебя покупаю. Нет. Я жадный. Там будут на хлеоне танчить, а раньше хилы не умеют. Хилить, то, что у меня токенов нет. Как проверить, что сосет трафик компьютер? Кто что сосет? Трафик, что сосет. Ну, у меня лагает пизда просто, я не знаю. Пойдь, смотри, чем кошка занимается. А байерам на паладинах точно не нужен? Переставь токен, пожалуйста. Сейчас, секунду. Ну, а там просто 7к токен. Давайте от семерочки шагаем. Поставим. Девять тысяч токен. Так когда у вас баджи будут, не факт, что они вам повыпадают. И то, что вы что думаете, они дешевле будут? Обычно они потом дороже. Ну, конечно, чуть скаты, хз. Но обычно наоборот. В середине они дешевле, а в конце и в начале дороже. Сейчас середина? Сейчас середина. Золотая? Вон, да. Крит, сила, заклинание и дух. А на меня хоть? А да. У нас маг 3 кг, вообще что-то купил сегодня?
Он вообще ничего не купил. Хорошо, а почему ты ничего не покупаешь, Мак? Я ничего не купил. Потому что ничего на меня не падает пока. В смысле, это убрались? Нет, что? А ты чисто за бесом идешь? За долей. Нет, а что мне, покупать вот эту ванду? Блять, понял. Ну, типа кольца, там запы, токены. Покажи голдой. Какие кольца, если они не упали? Ну, падали меткость, скриты. Ну, вот меткость, скрит, всего заклинаний. Нахуй мне эта ванда, и вообще без ванды, чел, блять. А в чем-то? Конечно, типа... Для интереса поставь обовский токен, маг-друид. Сильный, сильный байер, блять, пиздец. Не знаю, можешь кикать его, наверное. Не, Рэлла, я ж тебя предупредил, что я иду за ПВП обвесом. Ну, в смысле... Ну, а у тебя вообще ванды в руках нету? Я ПВПшную куплю, мне вот эта даунская ванда не нужна. Ну, почему даунская? Ну, потому что мне хаста нужна, ванда с хастой. А запа это обвес? На ПВП нет. Ну, с критом и с меткостью это вообще говнище. А что на ПВП надо покупать? Устойчиво. А, с ребра это должно было быть кольцо, пояс. Со второго босса это должны были быть плечи. А с ребро кольцо упало. Ребро упало, кольцо с меткостью. Я говорю про кольцо с МП5. А-а-а. И все. На мага кольцо и с МП5? Да. Ты, Мартак, у тебя нет мага, и ты не шаришь в ПВП. Согласен. А сколько у тебя рейтинга маг? Ну, максимум 3к. Это тут? Ну, здесь 2,7. А 3К на ритейле. На вотлке того времени. Колдстори. Того времени? Подожди. Ну, там не было 3К. Год. Там только этот Джокер вроде бы 3К был. Так, что ты сказки тут расскажешь? Джокер? С нами Джокер, блядь, рейтинг. Прячьте карты! Может, я вам могу дать ник, вы можете по батлнету чекнуть. Ой, по армори. По Айронфорджу и батлнетовскому армори. Ачивки. А чем мы дрюда не растнули? А тебе синдри что-то надо? Талик это ПВ, если нет? Нет, но придется бидать талик, потому что других треник не упало. Объект не упал, бабл не упал. А баба это Слана, да, на хпшку, которая? Да. Не, ну да, он что-то писал, что ему там много надо шмоток, но что бажа он не будет покупать. Блин. К сожалению. Я сейчас чекну. Макс, а ты что будешь покупать? Что тебе надо? А ну, давай. Баджи, за баджи пошел. За баджи? Не бейте его, пожалуйста. Ладно. Голова кольчужная. Голова, глаза. Бля, мне лагает, я не знаю, что делать. Квадро, слышишь? Да. Я в лече оригинальном Джокера тренировал, мне 14 лет было. А, подожди, феноменона знал? Это я и есть. В чем ты его тренировал? А? В чем ты его тренировал? Играть учил Джокера. В ПВЕ? В штанах. Ну, у меня 2400 сейчас на арене. В начале сезона с гидрой выходил. Скрины скинуть, сука. Давай. Как его убивал. Сферлового. Давай. Или ты считаешь, что Рэлла не умеет ПВП-шить? Не умеет. Пайр 3К. Тебя в тот тонаре сели. Подожди, а в то время ты на каком сервере играл? Сживатель? Да. Душ? Интересно. Я просто с феноменоном играл.
Ну а я его в 8 сезоне катал против его РМП. Кулак бафнец. На феноменомену молодец. А я короче, кто не знает похуй. Тактику, тот валет, блядь. Я ли погнал. А мы тут 4 хила? Ай, ну этот Царапкин же спекнулся, да, нормально. 5 хил. Все, я пулю, все окей. Да, да, да. Макс. Кулак будет или не будет? Кулак бафни, модней, заебал. Ты на кулака. Я валет. Кулак по друидам, здесь блядь, киньте. Мадиней, дай кулак, а не Салиусе ебаную. Че, он не дал опять? Или дал? Пиздец, или блядь, дал. Пот проебал из-за этого. Мадиней, это будет доволен. Твоим бафом. Два хулипала. Так вы хильте на хулипалах. Просто освобожденки. Чего боится? С три хила все проходит. Учитесь хилить профессионально. А в одного танка не проходится? Проходит. Я танчу на ДК в одного. Я Мурлока не берет Синдру. Если только совсем урон маленький. Беги, малышка, беги! Смерти сжимает сердце! А если у меня 2400, я могу называть себя ПВПшником или еще нет? Да. Это в начале сезона. Этот. Варзик. Дал. Писак. Вставайся. А почему у нас три в середине и по бокам две? Это как? Ну, ты не знал, что после патча уже 7? В центре стоп. Боковые бьем, правую боковую бьем. Патчи не считаешь. Перебежали слева. Не бейте центр, нахуй. А, там Койман стоит в АФК. Он типа бить начал, отошел, поняли? Правую бы. Разбили. Че стоим, разбили? Петух даже здесь так мало на глыбу, которая будет. Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Барты мысли центр, лысый варзик вправо. Центру стоп. Левую побейте. Стоп по левому. Что... Лево не бьем. Нет. Стоп, флут. Лево не бьем. Разбились все глыбы. Можно придум? 5 освобожденок. Точнее, все просто. Ты в соло затанчишь? А у меня 4. Попробую пожарить. Нормально. Еще зуб проси. Геру. Погрузитесь в отчаяние! Настоящее право. Трепещите, смертные! Я не взрываем рейд. Жалкая магия теперь бессильна! Хильте меня-то, я под стяжку стою. Лево.
Беги, малышка, беги! Бежали. Щиточки вправо. Ладно, иди, Сак. Санта гимна ХП. Добили ее. Нужна будет камера. Петух десак. Под следующую. Друг, отойди. Метка на меня. Добили просто босс. Все фу босс. 0-3, как всегда. У меня проклятие, я клык не вижу вообще. Будет перерыв или перед лифом? Нет. Ну, 2-3 минуты пока ларочку настроим. Так, байеры, нужно вам что-то? Что-то с лича нужно вообще? Ну, меч или посох магу нужен. Лучше прибедание. Да. Так. Из пакета памперы заходим. Так. Посох какой? Ты кикнул, он поставил. Крит скорость? На 3 отойду быстро. Крит скорость? Хотел печенье обычное, алло. Блять, Фобос, подожди. Чё? Крит скорость силы заклинаний? Нет. Скорость с духом. Если меч не упадет, я посох заберу. Антонидас. А, блядь, у меня десятка. Я думаю, что за хуйня? Короче, бидаем сейчас меч. Сейчас, секунду, зайдут. Кто там? Прессуем. И напали, да? Да, Фобос, что ты говорил? Там печеньку обычную хотел. По один же чернокнижник? Сколько тебе штук надо? Сколько тебе штук надо? Ну, так одно это не мне, а байеру. Да я понимаю, я у него и спрошу. 4 штуки по 2 ко. 1, 2, 3. Зайдешь наверх ключу? 4 штуки как раз. Ставь сразу за все. Поднимайся наверх, я тебе дам. Напиши 8. Да 8 тысяч напиши. На, держу. Суманить, Крис. Санта, тебе нужно что с этого? А кто у нас еще? Личис? Личис и тут? На сумму не тыкните. Лезик, точнее. Подземелье заполнено, пока не сумните. Я думал, хоть трансляцию кто-то включит. Сидел, как аудиокнигу слушал вас. Не-не-не. Так, ставлю, короче, прибидаем прилив. Go. От 10. Ну да, 20 поставим. Напишите обычную ставку еще. Они засчитывают. Угу.
Так, и посох, да, тебе еще маг, если не выпадет меч или как? Да, да. Ну, теперь только посох, если падает. Да. Так, посох Аркус, да, который дух хоста? Да. Сейчас. Сколько? Ставлю. Ну, десятки шмотки, если че. Это для всех. Кому-то еще Аркус нужен? Кроме мага. Макс. А. Бидоси за посох. А ты уж у меня? Царявкин 15. У тебя какой-то странный ножик. Под кем режу? Босых. Так оттуда зашиваешь потом, да? Ой, ман, а тебе какой шмот нужен? Какой? Для танка? Печеньки на пристани. Миллиметриоз, все хорошо. Тогда Койман, Варзик и Санта, спрыгивайте с платформы и, ну, выйдите с инста и стойте там у инста просто духами. Когда я вам скажу, зайдете. Санта, иди спрыгивай, и Койман. Лазлук сейчас у нас заходит, сейчас я быстренько вашку настраиваюсь, есть пару минут. Порт, ну сейчас поставит порт, сейчас зайдет Хант. Шкаф пропал. Поставьте шкаф, пожалуйста. Да, духом просто возле входа просто стоите втроем еще. Сейчас пару минут будем пулять. Марта, почему не похвалил топовые биды прилива? Неплохо. Выпадет, похвалю. Асик 2 выпадет. Вот заебись. Так, по вашке будет два петуха, потом два латные, потом Джерри, и потом этот Вадим, потом заново хулипало. Это так, чтобы вам удобно было. Ты шестой. И в начале, и на второй фазе. Шестой. Кто ты? И 12-й, но я не думаю, что 12-й. А, Мартак, сейчас я секунду из рейда выйду, колду заберу и заикаюсь обратно. Давай. Натуре. Ох, ты где-то перерыв. Ну, в смысле, я не покупаю. А, да. Тогда все, можешь не заходить. Так. Разбойника смерти, маг, друид, героический токен. Так, ща группу обратно кину. Так, по станам, я всегда ромбик станю, у тебя забираю, и это, ну, перед вальками обратно забираешь, и петух твоя звезда, латная твоя печенька. Если звезду забирает, ну, если петуха забирает, то звезду станет младеней. Если печеньку забирает это латного, то станет стоматовита. Спеки можете вы на ретриках не делать. У нас тут все ок. Так. А
А обычный можешь, пожалуйста, разыграть? Там два, по-моему, у тебя есть. На кого? Разбойник? Друида. Да, на друида. Не, разбойник не надо. Ставь сразу. А на успех? Ну, если на успех, то 2000. Ой, в смысле? Ну ты что, придется тебе за 4 брать. Я сейчас прыгну. Можно еще раз сманить, спасибо. Да, сманить. А он попробуй стрелять. Ставлю еще. Так, третья группа влево, четвертая вправо на эту хуйня. На переходках. Подвалик заходим. Крест. Это настоящее. И комнату тоже он вводит за бонус дальше. Держи. А есть еще один обычный? Не, на воинов, охотников, шаманов есть. Я не шаман. Да прими, а что ты ждешь? Ну, пока закончится, мало кто-то так ударит. Он сам поймет, он сам просто тебе все отнимет. Часы еще ставлю с хоста и спаде дух. Кредит не забудь 15, да? Да, не забуду. Магдиней поставь это воздаяние. Ауру. А, Лезик первый шаркарь, Ари Мачан второй шаркарь. А, Задун нас еще союз. По напулам Ари Мачан первого напуливаешь НДК духа, Задун второго, а, Лезик на меня третьего, Рога, если, ну, на переходке четвертый будет, на второй на меня тоже напулишь четвертого. Вот так. Второй, а ты Ашку линковал уже? Нет, ничего не линковал, сейчас все линканул. Лысый тут у нас. Линкую Ашку. Палы скачиваю. Там старый удалить надо будет просто. Да. Арча. Стоматовиты, на фласка. Стоматовиты поешь, фласка. Запускаю босс. Справа петух и Лурантель. Остальные хилы слева. Неужели прибыли наконец? Я не хочу с петухом. Чего? Это же петух смерти, смертоносный. В автобус не покажет. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Four, three, two, one. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, что величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Оранжевый шлем. Four, three, two, one. Резак с чума. Лича двигай. Черенжи вышли. Оранжи вышли. Двигай лича. Берса. Алло. 4, 3, 2. Лазик, чума. Надежда. А чё ты не диспельнул его, медсистер, блядь? Я ж диспельнул. Нет. Дайте ему БР. 4, 3, 2, 1. Я прокнул. Можно этот в аду сбивай? Да-да-да. Снимай.
Чума за Дун. Версу сняли. Второй вышел. С первого сняли. Beware. Тотем поставил. Ну. Берсу? Найс. Вурдалак, наверное, да? Зубы. Бля, хотя можно будет дать он. Справа по вурдалак, наверное, да? Я забрал. Яль, ты должен вурдалаков забирать. Если я буду забирать, ты упадешь. Сверки, ханты, май. Смотрите. Он дыхнул, уходим. Сверху подбейте. В центр ставь. Духу сначала добили. 7 секунд вальки в крест ставили. Забери. Да, це вальки. Материя, нажмешь на заражение. Лужа спрайт. Ромбик убили? Ромбик. Молдиней гнев небес. Все нормально. Центр. Забрал. Чуть поженец не прожимаешься. Дайте бы. Ханта поднимите. Или что он там сдох от чего? Он улетел? Не отпрыгнул что там? Нахуй ты девушек с ним умеешь. 3, 2, 1. Захильте группу. Забери леща. Айсер сушу. Я дам гнев. Не надо давать гнев было сейчас. Ретрик любой гнев нажми. По звезде играем. Звезду урон. Голема кинь. Назад центр. Айсер СБР. Бля, я вам сейчас просто рога пообламываю. Почему вы людей проебываете? Айсер СБР. А, нет, УБР. Лучше. А почему вы не выхилили нахуй? Это рендж. Смотовита. Это пампер. Кстати, выйдите из лужи. Минус 20. Жопа. Дайте ему. Сука. Ты что, спишь, что ли, Джерри? Да я не сплю, только убегает. Начисто прыгнул. Так а что за нитры где твои? Я прожал. Такое чувство, как будто не три нажал. Да я прыгнул, наверное, случайно. Угу. Тоже не три на пробеле, да? А почему у нас умер Царапкин и Яли почему-то Ажница не прожалась? Почему у нас Хант улетел? И Митсистер под визгуши зашел. Ну что, гоните, ребят? Ну я стоял на месте, меня сдуло. Тебя одного сдуло. А, ты уже бежишь? Да, щиточки. А, щиточки тоже дух покину. Ладно, рез на тебя. Сейчас я покину. Тебя тут. А что у нас умер Айсер? Сейва не было? Сейва не было, и там был... У меня, ну, я выбирал, кого там выхилить. А чей там выхилил. Был сейф уже? Стоматовиты, по-моему, да? Я пятый. Нет, там после того, что не было сейва, было два стоматовита. Вот кто был до стоматовита, тот не прожил. Это Малдине не прожал, значит. Вадим, почему ты сейф не нажимаешь? У нас после Джерри идет Вадим.
на шестую, на второй фазе ты не дал сейф. Я тебе про вторую фазу, какая переходка. Мы не падали. Ты не нажал сейф, у нас умер сова, да это умер танк, который встал. На Яле СС кидаешь, мы не падали. Пока нет команды вайп, все, что вы не делаете, это штраф. У нас все, что произошло, у нас откатился бы БР, мы подняли СРС, у нас не было бы только одного человека, без которого мы бы добили босса. Какая команда падает. Это было за 20 секунд до того, как разлили лужу, за 20. Ты не дал сейф. Чего мы там падали? Сказки какие-то рассказываешь мне тут. А что с Максом, его призвали? Макс. Я ребутал комп. Меня лагает, пиздец. Что, у тебя игра или лента лагает? Я не Жизнь. Понимаю. Ну, FPS у тебя нормальный в игре? 130 кадров. Какой десятый? Винда, почисти автозагрузку. А я тебе про шестое говорю, Молдиней. Загрузку? Ты даешь один раз сейф. На шестом и на двенадцатом, если он будет. На второй фазе. Ты проебал шестой. А где ее чистить? Я же говорил, два сейва петух, два латный, пятый Джерри, шестой твой, потом опять холипалы. Нет, не сначала. Ну да, сначала, лол. Первая фаза это пять сейвов, ты не даешь на первую по ДПС. А со второй фазы ты сдаешь, ну там же вашка есть, ёбаный урод. Для кого я настраиваю? Для нас. Ты не дал сейф еще в тот момент, когда он с ДЦ в Альке летел. Вообще в аху. Это Метерия, если видишь ДЦ в Альке, подзражение гимн нажимай, ладно, если даже кол не будет. Я буду колить. То я могу проебаться, потому что тут миллион колов. Так, Арче, пристабафы. Да, это все неплохо было, кроме ебаной лужи и вот этих. Яля, а что ты не прожался? Тебя не слышно. Я говорю, у меня забагало с флажкой, и я не видел, что надо прожаться. У меня таймер один пошел просто сбоку и все. Понял. Боже. Это, наверное, из-за того, что типа я поздно с тебя его забрал, и как бы, наверное, тебя оно всего, когда же нет... Не, не анонс. А чел уже был? Стоматоид. Это пампер, который на нового босса зашел. Убывает, смотри. Не раскликался. Че раскликаешь? Че вы такие хейтеры, блядь? Потому что, блядь, лужу разливать. Все идеи. Ладно, ты первый раз налечил. Я первый раз налечил. Палец. Ты теперь пацан. Ты теперь с улицы. А кругом враги. Лучше опять эту залупу танчить, бля, как я Мурлока понимаю, но... Я с тремя хантами прокую, блядь, от берсы, чтоб ты понимал. Вам повезло, что профессионал на танке, блядь, сдох. С вашим диспалом, блядь. Ранжи вышли. Петух. Four, three, two, one.
Анжи. Ладно, чума. Оранжевые вышли. Я опять прокнул. Блять, снимайте втроем, я хуй его знаю. Лезик, чума. Еще одна снимите. На мне ловушка, отвожу. Двигайте, двигайте, двигайте. Аккуратно в центре ловушку. Выходите. Чуму. Профессионал. БР, пожалуйста. Щиточки, резак, быстро БР. Котл, Рантель, БРнить. Забирай дух. Тотем поставил. Резакс БР. Чё резакс лежит? Они БРнули? Вроде 3 БР и все, 2 смерти. Как так? Он вроде не задыхал больше. Выходим. Не дышал еще, аккуратно. Сверки подбейте. Дыхнул. Идем. Бейте, дух. Фастом духу, урона больше. Прохильте милишников. По печеньке играем, по всей этой хуйне. Даю гнев. Модиней гнев, лужа спред. Батарея гин на хп. По ромбику играем, по ромбику. По ромбику. Чипшот дайте в ромбик, Рога. Ваниш чипшот. Нормально выбили. Опять заражение не прохил. Что это за хуйня нахуй? Чуваки, вас без долей что ли оставить? Че вы делаете нахуй? В подвале будет лужа. Забери. В ромбик играете. Все в ромбик. Нормально выбили. Гнев небес дайте на этих двух валик и голема. Гнев небес и голема. Оба Редрика улетел, лучше. Звезду. Понял. Лужа спред. Ну я улетел, сейф не дам. Да ядно. Прохильтесь. Встали в крест. Гнев небес дайте. Гнев небес. Холи пала. Еще один. Ложимся вайп. Почему у нас два человека умирают от заражения на миликах? Медсестер, ты кого хилишь? Миликов первую, вторую, как обычно. А сейвание было опять? Потому что там урон получало прям жестко много людей. Всех не спасти.
Прям, по-моему, вторая пачка вся, по-моему, получила. Ну, похоже на сейв, но не было сейва. А кто давал сейв от 3.17? Сейчас посмотрим, что ему. У нас куча паладинов, возложение рук не могли дать. Видите, там валиках летели ретрики. Вар умер, ДК умер от заражения. ДК может зеленку вообще прожать, как бы. Прямо второй раз на этом же месте дохнем от заражения, по сути. То есть нам не хватает урона валику. Но это все твои сейвы, петух. Шмилики вот сдохли, а твой сейв почему ты не дал, ешь? Чем ты занят в этот момент? И ханты, я не вижу от вас трап. И магии я после гнев небес не вижу от вас конус льда. По-моему, я тебе даже вещи не говорю, они должны быть. У нас вальки просто идут. Ну, типа, без медла. Марта, это было не петуха, это был латный, но я сдавал. После выхода? Ну, на второй фазе. Ну, первые двое дает петух, потом ты, третий, четвертый. 3.17, когда сдохли милики, это... вот мы бежим на 3 минутах, только началась, и вот как раз 3.17 это петуха сейф. Разве нет? Ну, хз, не знаю. Это было через 15 секунд после того, как мы вышли с платформы. Там что-то возражение, пока мы бежали, было. Петух дает в начале. Ты после петуха даешь. Но не было сейва. Вон, а шаман хилил. Эрдру что-то накидывал. Ханты, сами договоритесь, допустим, кто из вас там трапы дает на каких валик. Сами между собой договоритесь. Ну, чтобы под каждой вальки бы стоял на ход не под боссом, а на ход валик стоял трапы. То есть после того, как мы даем 2 гнева, маги должны дать конус льда в них, и они должны быть по трапе. Мы бы даже сейчас бы успевали, но там они как будто вообще без медла шли. Конус не стакается с трапой. Конус стакается с трапой. Я только что пробовал. Он все стакается, кроме тебя. Попробуй еще раз. Роговская и Варовская не стакается, а трапа стакается. Ну смотри, они сейчас шли по кону, поэтому по хантовской ловушке. Я ёбнул у них конус холода, они свою скорость вообще не изменили. Как двигались, блядь, так и двигались. Конус, да? А ты попал? Конус холодный. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил... Дайте каску пристану. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! 5, 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света 4, 3, 2, 1. Оранжи вышли. Four, three, two, one. Я СР слышу. Не возвращайся туда. Двигай, смотри, где ранжа. 4, 3, 2, 1. Близко очень ведешь, проверяем. Beware.
Аркан смерти выше. Двигай лича, далеко стоишь. Водник. Я проморожу вас насквозь. Да ёб твою мать, дайте БР. Ой, блять, Габелла, дайте БР быстрей. Чё так долго, нахуй? Ложите свайп сразу. Мне минус запиши. Пришел конец. Диван раздать. Там перед переходкой кто-то нажал сейв на лед. А, это ладно, я забыл переключить. Даже, но у меня оверкил 4000. Да мы там хилили все подряд из-за сейва. То есть, типа, не я виноват? Нет, ты виноват, по-любому. Почему? Не знаю. Ты умер? 4... Ты умер? 4000 хп не хватило. Ну, видно, поиск не купил, токены не апнул, шмот. Ну, вот. Вот во 4К. Ты глыбу просто, Макс, я глыбу не дал, поэтому вот. Конус может? Или глыбу? Не, глыбу, глыбу. Конус то на вальках. Там за 0,5 секунд въехало 74 тысячи. Джесс, есть у кого не починиться? Я не прохил, 4 тысячи хп. Есть. А ты прожался? Я мустан дал. Кон. То есть не прожался, да? А кто тебя убил, если ты ему стан дал? У меня 2 шарка еще был. Я одному дал стан. А это не стан получается уже. Второй меня убил. Mm-hmm. Я дал стан тому, которого было меньше 20%. Но тебя ударил тот, на котором была берса. А добил тот, на котором не было берса. Вот это тимплей у них там был. Это тимплей вообще у нас. Просто разъебали мобы. Мне похуй, хилы виноват. Да, да, да. Ну правильно. Только запишут тебя. Еще равно хамтом разрывали. Ше опять сейф не сдали. Сдали. Сдали его на фрост. Сдали. Ну, только на фрост. Был, 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 все. А что у тебя с хпсом, Трика Лурантель? Я не умею тут хпс. Вадим, а он должен омоложение в разы хилить? Я должен по кредитам, когда этот начинаются проблемы. Ты же на аэродро шаришь, или че? Мы не дошли до той стадии, где он получает хпс. Ну я дошел до той стадии, где получил штраф. Пиши. Вот, запиши его, а не меня. Не похилил танка, потому что тот слабый. Нормально. Каску по крестам. Вон тебе гайд написали. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и убил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Я бы после такого уже удалил, бля, на самом деле. Сложно. Каску можно? Поваром каски нет.
Петух смерть, каски кидает. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Петух нажал сейф. Зачем? Ну ты на нулевой жмешь петух. Блять, хип-хопау, чё с вами, блять, вообще спал один, в принципе, он же вышел. Просто пизда. Нахуй под нулевые жмёте. Задун. Сейчас я дам та сейф. У неё нет. Да что он по нулевой нажимает? Ультимеца. Милики вышли. Скорость поворачиваю. Вурдалак нарку, да? Водник. Краю надо идти. Да темп поставил. Изи. Айс тачдаун. Выходим. Не дышал еще, аккурат. Сверки сломайте. Дыхнул. Ссал. Добили двух. Крестик. Крестик встали. Забрал Лича, забери обратно. Я даю гнев первый. Лужа спред. Гнев дал. Ретрик, нажми любой гнев. По ромбику. Центр веди. Центр, центр. Крестик. Опять силы не было. Числатный даешь. Лужу после валик будет, забрал. Сейчас забери. ГЦ. Вышли с лужи. Метерия, гимн, хп. Любой ретрик сейчас с гнев нажми. В крест сыграйте, в крестик. Звезду точнее. В ромбик. Все нормально, в центр идем. Лужа, по-моему, перед вальками будет. Спред. Жмите. Сбежали с квест. Забрал, забери. Валькира, твой господин.
Гнев дал. Ретрик нажимай. По печеньке играем. Лужи спред. Можно каплю? Прожми. Зубы дай ему. Центр, иди. Блять, я не знаю, что нам делать. Видно, наверное, валик. Крестик. Крестик, гоу. Мы чуть предстопнем, чтобы нормально все было. Нам не хватит. И останемся на той стороне, сейчас куда полетим, чуваки. То есть в центр не возвращаемся. Прожмись. Скоро. Забрал. Забери. ДЦ вальки быстро сносим. Блять, нормально на холику валик. Дал гнев. По печеньке играем, по печеньке. Ладно, хил обязательно сдай. Гнев небес. Все в боксе встали, с центр съебались. Также справа отличает четвертая группа, слева третья. Первых двух ты танчишь, потом я. Встаем, петух десак нажми. Готовимся прыгать. Прыгаем. Танчи двоих. Айс тач таунт. Материя гимноман. Айсер и сын Рулатного. Котик нажми в петуха. Второго забирай. Айс тач таунт у него. Врогу следующего меня напулишь. Я ж четвертого напуливаю, сейчас отдал. Сейчас напулишь, там не будет четвертого. КД напул. Только что его дал. Сфера. Четвертого не будет. Сюда подводишь лича. Этот, кто у нас? Варта, ты даже бомжей выберешь. Когда мы уйдем этого, а есть... Вышли. Хильте меня, подведи сюда. А этот, как его, шипе тогда выбьешь, духов. Духа добили? Духов. В комнату заходим, Макс, слушай. Латный десак в комнате. Сразу? Центр отбежались. Латный десак. На портал. Духов все бьем, ШПР, все бьем духов. Да, кресте, Великий да, тоже да. Бейте. Тихонечко. Идем дальше. Ты мы хилимся. Пошли. Дальше. Стали хилимся. Манекомбо после лужи. За крестиком. Духа, чуваки, духов убейте. Сейчас будем выходить, были уже. Выйдем лужу. Спред. Духу под лицо не заходим. Монокомбо. Прожмись. Поставил тогда. Десак дал. Духа убиваем. Так, варта дает бомжей, ШП убивает. Убегаем на ту сторону, побежали. Все, бьем лечо. ШП, иди, они собираются. Иди, ШП. Давай, этих я выбью. Тех выбей, которые на стороне стоят. Зайди в тучки и выбей их. Все, красавчик. Лысый, ты здесь выбираешь. Мы отходим, ты выбираешь духа. Только не сейчас, жди. После комнаты сразу дашь. Там останешься, короче, выберешь духов таргета, дашь бомжей. И этот стоматовит их выбьет. Mm-hmm. Петух дашь десак в комнате сразу. Давай. Духов бьем. На портал. Чтобы уничтожить короля лича. Налево сразу. Филимся. Пожалуйста, дальше креста не убегайте. Проходите за ним. Быстрее вперед. Духа убейте. Духа лети. Духа убейте. Духов бьем.
Лужа будет сейчас, стоим здесь, уходим. Выйдем в лужу. Спред. Лысый, иди давай дух этих бомжей. Давай, давай, сдавай дух. Ну ты чё стоишь, дай бомжей, блядь. Сдавай бомжи. Царапкин откинь. Царапкин откинь, пизда будет. Стоматорит разбил. Угу. Так, Ялия, у тебя забираю, иди бомжей сдавать. Идем на ту сторону. Иди бомжей сдавай. Молодиней выбьешь. Хильте меня, меня хильте. Она вышел. Дай зубы меня. Могу забрать. Давай, забирай. Вышли. У кого там голем? Медсестер, она у кого из вас? Поставьте плюс, у кого голем есть. Есть. Тогда выйдешь, как раз с комнаты выйдем, кинешь его, окей? И да. Все милики выйдем, поубиваем. Там уже голем стоит. Ну, ну, значит, не сдавай. Центр. Центр. Висок сдаю. Дух убьем, чуваки. Направо. Выйдем Геру сдадить. Дальше, да? Вы не должны оказаться во власти единосков. Дальше. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Стоим, 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 стоим. Духи, духи, ребят, духи. Айсер, сдай Инер, да? Дальше идем. По центру бежим, по центру бежим, по центру, на центр, на центр, срочно на центр. Будем Лурантель, дашь себя, Инер. Точнее, Йеннеферал в Лурантеля. Я дам себе, не надо. Угу. Геру и добили Лича. Нужно милики духа. Вышли, поубивайте. Поставил. Горе. Откинь, Царапкин, откинь. На середину отвези Лича. Просто Лича бейте. Уведи на ту сторону, гол на ту сторону, откинем. И так же поубиваем просто. 2%. На всякий отвези чуть. Поставьте сколько? 3 плюса, кто может выйти во флайн, кому не нужен шмот. 3 плюса воткните. Яли, стоматовит, еще один. Просто с рейда. И медсистер, выход из игрового мира. Сейчас прям нажимайте. И чуваки, я вам скажу, заходите в инст и наверх бегите. Покинуть тело надо нажать? Мне? Нет, выход из игрового мира просто. И сиди вот в учетке. Пока, ну не заходите, короче, пока не скажу. Я скажу, когда зайти. Вот, Кайман, Мак и Санта. Вы заходите, когда я скажу сейчас. Сейчас они прогрузятся. Я вышел. Все, можете заходить в инст. Так, ну минут 3 у нас есть, да? Да, вышел. И все, отошел. Покурю тоже. Валяк, не спутите только. Да, аккуратно вверху. Ну, кажется, в пятницу Лич упал. Уже даже в воскресенье, в понедельник начал падать. Потому что они на шамане. Упал. В натуре. Нам же нужно одновременно в портал зайти, да? Без разницы. Угу. Просто зайдите, и все. На Лича наверх, и начните его бить. Так, ну до Лича мне был щенелок. После Лича будет серый. У тебя 50-й ровно лок, чему? Че ты там? У меня был синий лок. Мужчина, 50-м блядь, сидит, блядь. Синий. У тебя пяйки, МК все давали, ты 50-й еле дал. Один раз дали пяйку. Не, пяй я перестал давать, он токен не купил. А, правильно. Я могу, Макс, продам токены. 54 секунды покупай, быстрее, 51. Тебе, блядь, лысый ДК в спину дышит, у него 47-й. Лысый красава, совершенствуешься. Нет, даруй мне последнее благословение. Лучше бы он ему в затылок дышал. Дай мне силу разбить мне его. Нежно. Да это Локи, Локи. Да, да, да. Все бои разошли. Ну, Лича ударьте все. Да, они все бьют. Койман, дебей Лича. Убивает Локи, да? Невозможно. А этот, Варзик, у меня 2400 на арене, считаюсь ПВПшником? Или еще да, ПВП? Да, ПВП да, моль? Да. Я да, хочу, чтобы Варзик можно ответил. Можно я на эти вопросы не буду отвечать? Почему? Ты его выгонишь с рейда. Ну, типа, то, что у тебя на 300 больше опыта, типа, я считаюсь ПВЕ моль? Ты ПВЕ моль.
У меня будет опыта не на 300, а побольше. Фу. Ты дракона получил? Ты дракона получил? Конечно. Кто, я? Да. Я драконов ебал, блять, нахуй мне их получать. Драконофил получается? Драконофил, блять. Гладиаторских всех вот этих. Что у тебя там, фотка Изеры в паспорте, да? Я есть Изера. РС-ку тоже хм, чтобы закрепить успех. Конечно. Макса можно заткнить. Все, осталось теперь в субботу Лича убить, да, Максим? Завтра бьем Лича у Максима, либо не приходим к нему. Ой-ой-ой-ой-ой. Че упало? Че упало? Осколок. Осколок упал. Нифига себе. Клятвохранитель. Глора была. Он здесь еще ни разу не падал. А у нас три ханта, лол. Феррал. Он на фералах бис. Все, все забираю. Пока. Резко отмена. Спасибо за рейд. Да, было здорово. На одном бойсе. Че еще РСК? Куда? Ну, у хантов есть клятва. Обычная, правда, не мелодия. Коня оставлю. Десятки. Че там, заходить-то можно? Да. Но вы не сможете зайти, сейчас зайдете, пока мы все не выйдем. Вы в аресту поедете. Лучше не заходите. Ты я уже нажал. Отмену нажми. Пост. Альт F4. А петух забирает Теренаску за 60? Он Теренаску бидал? Меч он пролит бидал. Теренаска то же самое? Да, то же самое. Да на РСке мы не будем долго сидеть, не гонитесь. Че, мы хм будем тратить раз? Да. Так, кто там выиграл? Койман. Давай трейд конь у тебя в кармане. Прибиду удали. Я сейчас все сделаю, не переживайте. Я зашел и в Долоране сдох. Так тебе надо. Конь у тебя уже в сумке, койму. Так, бидаем дробяшку. Теренаска. Ты видел, там Пурпурка скинула свой стрим? Реально? Я зашел, смотрю. Прикольно, кстати, делает. А с вебкой? Не, я, конечно, вез. А, ну наш фотошопер. А, зарабатывает. Алло. Ну, не раньше показывал об этом ВДС, то, что она играет в фотошоп. Да-да-да. Пыточная она скинула Пурка. Кто хочет чемпиона, реально? В чат плюсуем, дам всем чемпиона с рейда. Нет, в чат в этот, в Дискорде. Чат-канал. У вас будет доступ пыточный, где я доебываюсь до людей. Ну, в основном только до тебя доебываюсь. Древку 284-я бидаем. Ща, выстрелим. А в фотошопе можно там тешить? Да. Конечно. О, Виенда ставит плюс. Хац. Ставит плюсчик. Да, уже два чемпиона есть новых. Тогда уже УСУ поставит плюс. Ты, кстати, УЗК выкинул из чемпионов, он расстроился. А то, что он в рейды не приходит. Так он же у тебя вчера был. А я его выкинул в среду, когда его не, он не был. А-а-а. Пусть плюсанет, я ему дам. О, лысый у нас не чемпион, кого хуя. Ебать, нам так обещали, пиздец. Один раз человек не прошел, уже минус ставлю. Не, я на самом деле выкидываю чемпионов тем, кто не пишет в основном. Ну, типа, смысл. Типа, если человек общается, то... А я думаю, ему пофиг, честно. Ну да, да. Просто это больше для общения, для тех, кто, типа, вот, с нами кекает, там что-то и мы играем. Ты там на минутку отвернулся, и 500 тысяч сообщений. Какое да. Там больше моих слез, почему мы не можем убить то или иное. Или почему рыжая поступает как это, ну, поняли. Как девочка? Да. Да, как девочка. Обращено, все нормально. Бидуем, бидуем, шмоточки, не стоим. Давай, койманчик. Может, так, а из доли вычтешь? Да, 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 тебя вычту.
Мне не хватает. Ну я тебя вычту, что ты паришься. Просто знаешь, сколько есть, а из доли он автоматом ничего вычитает. Нет. В смысле, у тебя ничего нет денег? Нема. Фобос, почему тебе... Он мне мозги ебет каждый раз, объясни. У него есть деньги. Я тебя послужил. Люблю. А можно за 36 тысяч поток он заберу? Оводник плюсует. Еще кто? Еще один плюс. Ластовый. Обмен. А скидка на успех будет? Блять. Да. Что-то можно заходить? Либо-либо. Да. Я а не... у меня голды много, все, пока. А, ну пока. Ну дай хотя бы палку подержу. Твою. Так, давай трейд. Летим в РС, чувак. Давайте 1000 накинем. Охуенно. Обычно написано, душа, ваша душа принадлежит да, такая же, за что ты 1000 мне даешь? За токен обычно друида, либо потом. Да. А может это на первом этаже резнуть, пожалуйста, блядь, нельзя покинуть его. Ну, вроде все правильно. Опять. Ты меня опять обманул. Бля, опять не могу. А че он не перевел? Давайте я потом занесу. Погоди. Давай. Так, мы походу втроем забавились, да? Да, я же могу. Разбойник смерти, маг друид. А, токен. Все, полетели. А че, как разбавиться? Можно нас там интереснее? Чего? Короче, нельзя покинуть тело, Мартак, у тебя нет танка. Надо альта в 4. Так, маг из Санта-Пакеда. Маг, удачи тебе на арене. А нельзя чешку или не возьмите? Не, мы не берем байеров на вырезку. Понял, спасибо. Мы очень слабые, брат. Пока только налечал. Ну постой. Чего? Дай что-нибудь еще. Да. Стой, я запутался. Какая же фигня. Ты меня обокрал сегодня, ты просто пиздец. Давай, давай, прыгай. Это, Метерия, у тебя есть ДЦ? Есть, но он хреновый. Ну, в плане прям, типа... Тебя наверх, наверху хилить. А там токены. И посох. Ну, сразу говорю, там сет 232 даже. А. Ну давай царапкин тогда впила. Ну короче, не помогает ничего. Может, другого перса зайти? Попробуй. Давай сейчас латно прилетит, попробую хилю, ну, резнуть. Только если с рейда ливнуть. Там мне дебаф висит, там дебаф от этой скорпи висит. Я вижу, что висит. А Вадим, сколько осколков было? Добавляю. Слышь, Мартак, я тебе 81 тысячу принес трейд. Алло. Сколько? 81, я хочу повышенную долю. Плюс 5%. А ты в курсе, что у нас за охуенные истории бонус есть? Да, это минусный бонус, я не хочу такой. Ну, такая же фигня. 3% плюс меняет. Это от слесаря? Бонус. Бля, короче, все. Расходимся? Ты наигрался? Да не получается. Подожди, сейчас я уже в Долорант прилетел. Стой на кладбище просто. Так нельзя покинуть тело, мужик. Стоматовита покинул. Нет. Да я уже добавил в кассу, дай мне просто 18к. Еще. А мне? Давайте, что тебе дать, Макс? Давай токены дам. А, еще кровь сейчас добавлю. Может, там внутренний таймер какой-то? Я про нее и забыл, ты бы не дал, я бы и забыл, мой Вадим. Что ж так, блядь? Я еще посох хотел дать. Так, 272 тысячи банк. То есть это примерно по 10к обычная доля.
вайп рейда у нас минус 20. Тупорылая смерть минус 10. То есть вайп это где-то минус 2 косаря, а ну, лезвие там какая-нибудь хуйня еще тупорылая. Это минус косарь примерно на Халеоне. Че так жестко? Мы делаем 5 пулов. Если за эти 5 пулов мы не двигаемся прям там, ну, типа, там меньше 20%, то мы убиваем обычку. Если мы были близки, сделаем еще пару. Вот такой план на РС-ку. Все согласны? Все согласны. Ты можешь полежать просто, и баф спадет потом. Я спал? Да-да-да. Походу, внутренний таймер. Пусть они пока разбираются, брейк 3 минуты. Яля, а ты внизу лежишь? Да-да-да, в самом низу, возле входа. Все, меня выкинуло на кладбон, походу. Сейчас заебись. Блин. Мы починили. Молодцы. Сука. Больше рыбли. Тут портал есть. Да, я тоже вспомнил. А потом... Что, мужики, смоете? У нас перерыв. Ну ладно, долечу. А какой этот? Никуда, кого? Да забей, я долечу уже, пока перерыв. Ну я хочу сумануть тебя, ну скажи, пожалуйста. А я... У нас стоматолит. Тыкните, пожалуйста. У меня есть часы. Солнечные часы вечного заката. Продаю за 3999 лады. А почему не выпал талик? Ой, не талик это. Да, если бы у нас еще тринки были бы, блядь, норм вообще, как с целка. Сейчас чешка упадет. Нормально. Мне на тренинг денег не хватило бы. Потому что я буду во тьме танчить первый раз. Сейчас покажу профессионализм. Сейчас я долю проебу нахуй. За все 5 пулов минус 100 нахуй. Не убьешь. Нет, смотри, у тебя есть ноги сет. У тебя есть же кап, мистер Сон? Тыкните, пожалуйста. Да, есть. Этот, блядь, клык у тебя есть. У тебя все классно. У меня не классно с вождением Халеону. Я один раз в нормале убил Боурейда. Так вот, я тоже, я же тебе сегодня написал. Ну как, они сами умерли, на самом деле, дураки. Не отошли от сферы, вот и все. Мы не берем байеров в РС. Мы еще тут сами байеры. В четверг убили его? 14% в четверг лучше пул. Нападение. Нападение, ебашим, бьем. Куда ушли чемпионы? Ебашим. Я посмотрю, что там снаружи. Волны сбиваем. Чемпионы, работаем. Да. С какой стороны? Попал, реслится, идет на помощь своим рейдерам. Пока мы жопы. Своим комрадам. У нас перерыв, что не напали-то? Это хантовский пэт там, бля. Я не ожидал, что он западного... Сука! Перерыв. Откидка! Ты чё косты не сбил? Угу. Нас погибают бойцы. Бля, мне иногда если так грубо ответить хочется, но я держусь. Я хочу, что... Я, знаешь, я дойду до этой точки, получу, когда ты мне грубо ответишь, я потом ливну и напишу, что ты плохой рейдер. Я понял. Или РЛ. Не, как РЛ, он чуть лучше, чем рейдер. Да. Все, мы осилили пак, мы пизда мощные. Бля, я прям чувствую превосходство над Халеоном. Можно стоять справа теперь.
Да, мы теперь можем вообще тут прыгать, пацаны, гоу прыгать. Так может пойти. Никогда не нападут мобы здесь. Вообще можно всех мобов убить, чтобы с разных сторон нападать на него. Репу нафармим, да? Кушаем рыбу. Фу бафы, фу рыба. Лорантель, ты будешь слипать. О, у нас два пенька. И вообще ты не можешь меня обижать, я байрок. Хуерок, ты по пампер. Пампер. Я сейчас пойду. Все, нападаем. Иди, кидай слип. На кого? Байрок. Сука. Он царапкин, блядь, тысячу раз. Быстрее. Да. Все, можно не слипать тогда? Иди туда, встань, блядь, и реслипнешь. Он подойдет, нам пизды даст. Волну, волну, волну слева. Ну, блядь, ну выберите пробудители в таргеты и убивайте им волны, сбивайте. Чуваки, блядь, ну поиграйте по один пак. Потом отлезли в лом, бегайте, все, и бить, блядь, големов. Каст. Я сон обновил. Хорош. Спасибо, Макс. Хоть кто-то ценит мои усилия в этом рейдере. Да, мне кажется, половину уже замутала. Еще 80к оставил. А вторая половина у меня. Мне главное, чтобы меня Макс не замутил. Это самое главное. Я ради него вообще сюда пришел. А завтра к нему придешь в рейд? Не, я пойду, короче, жрать мясо, а за меня сняв обувь. Все, ты разгадываем, блядь, за 2 секунды просто. Поближе привести, ближе. Да он стоит там, я левом вцепился в него. Я с одной стороны начал обходить, а с другой. Да? Как-то вот мы посередине застряли. Просто на пенек сел, видишь? Не можешь пройти. А рассказать тебе анекдот, там, где ежик сел на пенек и задохнулся. Давай. Фобос, нет. Если никто не смеется в осе, то минус 5 ему даешь. Так там уже минус 150 будет, она. О, все засмеялись. Плюс 5. Макс, спасибо, поделись. Рассказывай анекдот. Нет, тебе не расскажу. За нерассказ анекдоты минус 10, за несмешной минус 5. Да мне пофиг. Можешь еще долю мне не давать. Я загружил. Да, он, Максу можно. Вот Максу мою долю отдай, пусть он расскажет анекдот. А если не расскажет, ему минус 10. Кого бог повесился. Не, ну если друг над другом будет смеяться, это пизда, конечно. Для этого и нужны друзья. Да? Друзьям рейды ходят, а ты проебываешь. Ты забрал у меня Фобоса, я заберу у тебя Максима. Понял. Так это Макс скоро на ракете улетит. Я, кстати, давай. В командир в поле летаю, поэтому Фобосу? Они рейды будут. Да. Короче, анекдот. Штол медведь по лесу, видит, машина горит. Сел в нее и сгорел. Бля, по-моему, был уже чувак, который рассказывал, никто не посмеялся. Такой же анекдот. Да. Там примерно такой же анекдот. Давай я приведу. Ну, это плоский анекдот из детства. Или ты побежал уже. Я приведу Яля. Кто первый приведет? Ты сейчас сдохнешь так, Макс. Понял, я сдохну. Жмите кнопки. Уже нажимать? Нет. Сейчас, как у него есть тачка станет, там можно жать. Ну, уродец. Энал, что ты делаешь? Плюсуй, ты чемпион. Тебя вы чемпион сейчас выдум. Меня, кстати, в Казахстан не поставили. А сколько ты уедешь? Я не знаю.
пока не знаю. Больше месяца дальше. Либо придется субботу водить. Да, придется субботу водить. Я из-за попа буду ебашить. О. Там интернет есть. Я к этому, к Старлинку подключусь. Чего ты ебашишь? Эй, хильте! Ты же за танка решил выхилить? Beware. Спасибо. Мы по демо уже проходим? М? Мы по демо уже проходим. Куда? Это по боссу. Болтара нет. Вроде убиваем. Чё? Без вас я бы долго жаль, не продержалась. Жаль, что придется прикончить вас. Давай, сразу фервар дочи. Я так и не понял, что мне здесь делать. Они стоят в корнях просто и все. Я танчу, босс. Я первый фервар тогда. Косты им забивай. Просто занимайся хуйней. А у меня нету, Вадим, такой ваш. Мы даже не успели понять, что происходит. Там на БД-канале фервал. Так мне еще он был охуенно нужен. Еще он убьет кого-нибудь. Она по... Я не могу забрать босса. У меня таунтов нет, зачем убить? А ты таунте. У меня нет таунта. Ты кнопки жми, что ты стоишь? У меня есть плечо, которое, с которого вы забираете. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. Бля, меня бьют. Есть варик, что-то сделать с этим? Настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Бей их первый. Герои. Превращай дракона в овец. Убиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. И снимай фильмы. Beware. А нельзя примечь к этой цели. Я не могу открывать ее овец. Потому что это драконы. Понял. Надо еще изучить лучше. Ты просто херовый маг, получается. Ну, получается так. Ты не кит... Ты китайскую магию примени. Китайскую? Китайскую. Хуй, да-да-да, как Мартак. Я могу конус повод. Пурк себе написал, ник рыжий пурк. Так, так, никто никуда не от... Все здесь. Ты куда побежал, Квадро? Мы здесь, первое нападение будет. Так. С кого начнем? Мысли вслух. Ситуация на третьей фазе. Вышли мелкие, большой и босс. Кого из них и как ты будешь бить в первую очередь? Ты наверху стоишь, на третьей фазе. Кого ты бьешь? Неправильный ответ. Ты бьешь точно большого. Потом, когда умер большой, ты бьешь, а уешишь маленьких. Это делают все РНЖ наверху. Записать его? Да, запиши ему сразу минус нахуй. За первый пул. Так. Следующее. Мне задай какой-нибудь вопрос. Нет. И все, ребят, стоп-флут, смехуёчки после будут. Феррел, ты танчил адов? Или представляешь, как это делать? Нет, я не танчил адов. Смотри, Рога, ты на него напуливаешь, ты хуяришь мелочь по КД на коте. Рога, ты на него напуливаешь. Смотри, как ты прожимаешься. Под первых ты жмешь дубовую корбу на третьей фазе. Под вторые ты нажимаешь инстинкты. Под третьи нажимаешь опять дубовую кожу. И под четвертых просишь себя каплю от Холи Пала. Мишку жмешь, если тебе хуёво. Понял? На любой из пачки. Если там долго бьют, они бафнулись. Ну, как хуйня. А на так первой фазе? Их пиздишь. На первой фазе так же. Ну, главное третья, но там ты можешь... Ну, так же, в принципе, можешь прожиматься, но ничего не просишь. Там похуй. Там двое, эти как раз дубовые инстинкты.
Там две же переходки. Главное третья, когда будет три хила наверху. Так, Царапкин, у тебя на... Ты наверху будешь у нас? У тебя вышли мобы, и стоит ДК наверху. И вышла метка. Кого ты хилишь? А кота? Записать тоже, да? Да, записывай. Сначала ты хилишь кота, когда на него пошли, ты обхотываешь его. Вы кидаете щиты, вы не должны проебывать кота. Если кот сдох, мы вайпнулись. Если сдох танк, мы вайпнулись. Если сдох метка, если это не холипал, мы не вайпнулись. То есть приоритет кот, танк, потом метка. Рейд вообще похуй. Все 6 хилов внизу и вверху. Внизу у вас метка и танк, а вверху у вас кот, метка и танк. Это приоритет. Когда они живы, вы хилите рейд, когда они на фуле. А когда бьют, вышел только трэш, вы должны ебашить хата. Но не ебашить его, а хилить. Вот. Нет, ты спускаешься. Наверху останется латный. Латный ты будешь наверху хилить. Латный, смотри, как делаешь. Ты будешь всегда с другого бока, чем остальные наверху. И на перебежке ты просто хер... туннелишь танка, ты всегда туннелишь танка. У тебя частицы на танке, и холилайтами ты хилишь метку либо рейд. Когда трэш, ты холилайтами поливаешь кота. Понял? Латный. Иршам, и получается, ты кота прям хуяришь, и Царапкин. Потому что у нас танк и кота бьют, блядь, хилит пал, а медсистер ты больше еще метку подхилишь. И Царапки всех троих. Дальше. Ладно, если ты с меткой выбегаешь, ты нажимаешь наверху десак. Вот. И не забудьте на четвертых мобов дать каплю в кота на третьей фазе. Четвертые мобы. У него не будет сейва. Следующее. Внизу, по сейвам, я вам буду колить. Под первого я прожимаю сам и отдаю свой десак. Под вторые щиточки нажимает меня зубы. И петух сдает ИМА на шадоу. Под третье Молдинемия дает каплю и нажимает ИМА на шадоу. Под четвертый стоматовита. Петух, если ты убегаешь с меткой, прожимаешь десак. Ок. И, соответственно, внизу щиточки и лурантель, вы хуярите танка и метку. Да. Там зубы лучше давать, как только ты начал крутиться, да? Да, все сейвы мы даем никогда, я сказал. Я вам просто типа напоминаю. Как увидели, ну вот я сказал, лезвие увидели, дали в меня каплю там или зубы, неважно, кого сейв, кого я попросил. И дали масс сейв. Да. Я тебе говорю, допустим, мне каплю, это значит, что ты на этих же вихрях даешь еще и машку. То есть удобно максимально. Вот. Что еще? Что-то еще хотел сказать. Наверху, соответственно, я вам проколил. То есть у нас выйдет наверх Аркан. Ну, соответственно, Кот. И выйдет у нас... Варта, давай ты выйдешь. Вы, соответственно, втроем ебашите фулл мелких. Для мелких нет, ебашите босса. Мелкие есть, ебашите мелких. Остался один или видите на Яле, варты под гриппу его к вам туда-обратно. Ну, если так, я просто, меня не будет наверху. Вам это не сколит никто, поэтому сами говорите. Вот, ну или Яле, если вдруг увидишь, он тебе мелкий какой-то, то попроси варта, чтобы он с тебя его забрал, чтобы он там не бафался. То будет второй большой. И, соответственно, вниз у нас уйдет один. Это Энал, все остальные наверху рынжи. Кроме этот, и все, точнее нет, пусть будет Лезик и Задун. Вы прожимаете без АУЕшки на пулы в Яле, на большого. Короче, на пуле у тебя большого на Яле. Яле, когда ты видишь большого, ты в него даешь два эстача. У тебя они всегда должны быть готовы. И, соответственно, под первого ты нажимаешь кровь плюс кровоотвод и под дыхание зеленку. Под второй метеору ты нажимаешь незыбку, под третью опять кровь зеленка, ну типа как на лече, и потом на четвертый просишь зубы. И потом опять все по новой. Ок? Петуху ответь. Я ли услышал? Да. Мне единственное, что вопрос есть. Каплю, смотри, да, звабу. Когда начинается третья фаза, мне нужно сейв отдавать сразу, когда появляется холеон, или не надо?
Че еще раз повтори, просто мне тысячу вопросов еще в личку пишут. А повтори, мне нужно прожиматься, когда Хлён только появляется на третьей фазе или нет? Но я не прожимаюсь. Латный, смотри, когда ты видишь, что будет третья фаза, ты начинаешь уже его хилить. То есть, как видишь, что эти проценты, и появился дракон, уже его хилишь. И все. Там хватает. Там вообще наверху два хила справляются. Так, что дальше? Так, мысль-слух. Нет, у нас наверху, смотрите, ответственный Царапкин заметки. Внизу ответственные щиточки. Но каждый чел, если видит, что кто-то в бок побежал, не поленитесь, сами диспельте. Ну, диспельте с чувака просто. Потому что хил все-таки может отвлечься. Ну, короче, сами друг другу помогайте. И еще по фридумам. Стоматовита первый фридум внизу, Молодиней второй фридум. И вот так меняетесь по меткам. Еще вопросы есть? Чуваки, запомните, здесь не прология. Мы сейчас не прикастим. Мы подошли к боссику и начинаем его бить, чтобы он у нас не двинулся. Ты подбегаешь на нитрак, даешь астачи. Все, у нас все ровно, мы спокойно бьем. Отыгрываем механики. Ладно, еще когда буду заходить на вторую фазу, туда вниз даешь мне каплю. Вот, я говорю, вы заходите. Че еще? Ну и, соответственно, наверху ваша задача убить мобов. Ренжи убивает большого, потом помогает миликам с мелкими. Если что, если у нас будет где-то перевес, я кого-то там вниз-сверх посвапаю. Ты мне говорил в прошлый раз, что мне не нужно через босса бегать, когда в меня метеорит падает. Да, если у тебя метеор, просто влево либо вправо отходишь от него. А насколько сильно? Так, на скидку. Ну, чуть-чуть, от АУЕшки. Ну, просто из АУЕшки. Да, тогда просто из АУЕшки уходишь. Но тебе нужно будет понять самому, куда тебе лучше выйти в данный момент будет. Либо левее, либо правее. Окей, хорошо. И челом это прокольно наверху. И тогда я скину на Макса опять метку. Он пусть крест так и останется. Это вы будете ориентироваться наверху, с какой стороны вам быть. И на перебежке в танк и закидывайте моменталки. Чтобы он нас не задыхал на перебежке. В принципе, вроде все острые моменты прокольно. Гоу попробовать, арча. Ставлю еще раз рыбу. Ласки пропейте. Мы глиниться не будем, еще раз говорю, 5 пулов, если мы ниже 20, там вообще без вариантов, то просто обычку закрываем и не мучаемся. Штрафики пораздаем и все. Кому их создать? Коту дай, наверное. Чего? Так, кота выделить, все. Выделил кота. Кот этот ган на 4-й проколи, ладно, я вкаплю в тебя от латного. Okay. Камни поставь, водник, что он там может заслакать. И латный, проси с Царапкина, либо с кота с, эти иннеры. Ты должен нон-стопом хилить. Хорошо. Плюс у тебя 2 ШП, у них гимны есть. То есть тоже это, прими к сведению. Слушай, ну в бильде на Эршане выхиливаю, посмотрим. Главное, сказал. Понял. И это когда зайдем, тогда это после первых лезвий Метерия и Медсистер вон на комбо вдвоем жмете. После первых лезвий каждый раз. Без кола просто там Медсистера еще заколешь ему. Чтобы он нажал. Uh-huh. Все, пул 15. Давайте. Смотрим, что у нас выйдет. Убить можем, у нас все есть. Главное, чтобы вы меня услышали сейчас. 4, 3. Ты так много рассказывал, как там услышать? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. И вот с этого левого бока всегда в портал заходите, мы с другой стороны окажемся. Мысли вышел. Сам себя диспельте, перебежали. Макс, еще там наверху прокаливай. Uh-huh. Айстача большого, напулы большого. Мяуч бьем на миликах. Метерия вышел. Ранжи по большому въезжаем, только бьете. Все, мелочь побили. Бьем босика пока. Ой, Диней.
перебежали. На пол? Угу. По боссу стоп, бьем трэш. Ну, босса тоже клеваем, похуй. Еще 4%. Большого убиваем. Вот видите, вы сейчас напулили как? Хуёво. Вы дали трапу, наверное, мелочи на него спулёте. Так нельзя делать. Они там бафнутся на третьей фазе, вы сдохнете. Добейте мелочи. Мелочи добили, все, гриппы дайте. Петух вышел. Ну, вот с этой стороны будет заходить метеор. А, у нас метеор, лол. Стопаем. Стоп по боссу. Как будто это вайп. Да не, просто бьем трэш. Давайте бьем трэш. Пейте ранжи большого, а мелочь. Го-го-го. Ультимет СБР. Он там просто захиливается внутри. А, все, я захожу, дай мне каплю. Ладно. Я уже сдавал. Заходите, заходите, заходите. 83%, можно ложиться. На. Ну похуй, гоу отыграем, гоу отыграем. Дайте лезвие получить. Блять, тут еще таймеры сбились. Крутимся. А, с меня сорвали. А на пол ничего не даем, когда заходим. Так, ладно. Смотрите, когда мы заходим, вы должны сразу выйти от ханты и рога и напулить на меня босса. Это важно. На КД был, потому что трэш. Ну да, наплывался. Понятно. Не, я просто это сейчас сам вайб был. Похуй. А че у нас урона вообще, не понимаю. Вообще, мы в среду бегали, у нас до первого метеора уже 79% было. Ну, что мелкие долго умирают. А че мы их не кливаем? На миликах. Лысый, ты тоже наверх будешь выходить. Наверх? Его должны кливать именно мелких. У вас наверху приоритет трэш, а не босс. Так, еще 4 вайпа. А че вы лежите, вставайте? У вас тут никто резать не будет, все встали и побежали. Мы откуда будем готовить нападение? Ну сейчас со стандартной стороны. Его справа пока нет. Бля, там еще мы зашли, там такой таймер уебанский был, но вроде не сдохли от лезвия. Ну, с меня слетело. Мне же на первой вообще не надо прижиматься. На первой фазе? Угу. Нет, я все жмусь. Так же. Ну, я типа не жался какое-то время, потом понял, что все равно больно. Это когда у тебя 1500 хп осталось? Ну, в какой-то момент был очень болезнен. Ну, так надо прорваться, потому что... Кстати, а большой пиздец, и босс, у тебя бьет 2 босса практически. Ты без прожимок сдохнешь. А где Лурантель? У меня что-то тупит клиент. Мне тупо выкидывает меню. Го боешки разыграем. Тут 2 танковских кольца и 3 дейсик. От сотки 10 шаг. У нас рофы, блядь, канал какого-то чела. Я даже не знаю, кто это так. Кон мэм практически кидает. А, ну он пнул еще коем. О, в основном он. А, летишь, окей. Ждем друидика, ему, блядь. Бафнем его, покушать ему дадим. Держи.
Мартака напала, обычный токен. Не, я все продал уже за 8. 4 сразу собрал. Мак, конечно, бесполезный пиздец был. Рейд. ПВП дракон. Как будто таки ПВПшников можно не брать больше байеры. У них там какие-то свои гайды непонятные. Кольца с MP5. Или они реально на фрозеста магах одевают эти кольца. Просто не понимаю. Им просто надо все, что я не готов. Упало. Одевает? Я говорю, им надо все, что не упало. Можно да, стамину, да, да, всегда, каждый рейд. Реально делает. Стамину бафни. Стамина нет, арча. Все, давайте у нас еще 4 по. Лупидоло. По 15. Выйдите сразу на пол и меня дайте. Коза вроде бил, не знаю, почему сорвался. 5, 4, 3, 2, 1. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Забери. Ари Мэтчен. Перебежали. По трэшу работаю. Это что такое? Дайте два БР. Доиграем. Трэш добить. И босика бьем. Прибежаем. Не, у нас что-то с ДПС вообще пизда. Не знаю, бейте босса, а трэш просто скливаем. Ну, кроме большого. РНЖ вот бейте, а мелкий бейте босс. Друид мертвый. Я знаю, дай ему БР-код. Но он ему не может показать. У меня нету. Там еще стоит стоп. Ладно, это убили. У нас еще один метеор будет. У меня как будто здесь рил под... Ну, какая-то хуета. Не бьем босса. Не бейте босса. Перебежали. Не бейте босса. Не бейте фул урон. Не бьем. Код подними, СРС. Фул трэш бьем, потом переводим босса. Все по трэшу только. Босса вообще не клевите. Только трэш. Дай каплю. Заходите. На пулы. Сколько еще таких героев? Лезик, дай на пул. Беги, малышка, беги! СРС, метка. Нейт, и следующий. Фрида. Двигаемся. Нормально веду? Тотем поставил. Кайф. Мне привстал. Не, реально нормально? Нормально. Ты молодец. Еще да. Варта метка. Запишем. Двигаемся. Зуба и второй сейф. Петух, твой сейф должен быть. Имашка. Угу. Тимец и уж. Мальдиней твой.
Выйдите там, лысого оберните, он все наверху. После лезвия вы будете уходить. Двигаемся. Лезик метка. Не спал. Вышли наверх. Я сложил его. Ложимся. Зайдите сюда, кто наверху. Так, а что сейчас сложу? А почему наверху не хилили остальные? Там вот Царапкин, медсестры, вообще ничего не было на танке. Так мы выходили только, и он сразу умер. Как будто мне надо что-то прожимать все-таки все равно. Ну, в теории убить можно. Нажимай тогда, как на первый раз, типа кровь, кровоотвод, вот эту хуйню нажимай. А потом не зыбка, потом опять кровь, ну понял. Ну по кругу. Да. Просто меня вот этот Санта хилил в среду, и я не сдыхал. Я им сказал просто верхили все, чтоб своего больше было. Чтоб зубы там, например, в кота отдать или чуть-чуть. Ну, если ты вообще изи, если сразу заходишь туда. Если таймер не сбивать. Они прям вообще как надо идут. Когда я говорю зубы, петух нажимаешь маску и машку на эту лезвие. Потом у нас Малдиней, потом стоматовита. На третью капли... получается. Ну, Малдиней на третью, а ты на четвертую. Че у тебя опять, Аку? Я не знаю, Роза. Интернет. Сейчас пишет, персонаж с таким именем существует, когда захочу зайти в игру. Зайди на другого писал просто. А кто диспельнил метку вначале, и Сарас? Царапкин, да. Да. Но он в пеньке сейчас. На минус АП орал кто-нибудь? Не больше. Я кричал. Так у нас у этого Маудинея же взят. А наверху у нас кричит этот Аркан. Аркан, ты когда выходишь наверх, ты минуса покидаешь босса, покидай. Зашел. Давай ждем. И скажи, лучше, когда припот выпить, под конец или прям сразу? Я выпиваю второй пот, на когда первая вот эта хуйня, когда первый здоровый выходит. Окей. Так, ну первый пол 70-50, второй 46. Типа прогресс как будто есть. Mm-hmm. Правда, как будто нам урон не хватит его убить нормально. 4 минуты допишешься и пол. Там лысый, варта и яли, вам нужно будет еще, вот когда меньше 10% босса и метеор. Вы не бьете все трэш, вообще никто не бьет трэш, ни ранжи, ни милики внизу, но наверху. А все 3ДК вы сдаете бомжей на мелких, ну на трэш. И все бьете босса наверху. Это вот когда меньше 10% и метеор.
Просто сейвы прожали, сдали бомжей и хуярим все босс сверху и внизу. Да, по 15. Мои друиды ждали. Поэтому не гуляли. 5, 4, 3, 2, 1. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Петух? Перебежали. Боссу больше топим. Меня уже добили. По 200к у мелочи. Перебежали, сейчас ок. Сейчас норм. Тоже никто не злов. Купим босса и трэш криво. По-большому сыграли ранжи, милики, босса и мелочи. Из огня вышли. О, мелочь, фу, мелочь. Все в мелочь играем. Все в мелочь, потом босса переводим. В мире сумерек. Каплю. Вы найдете лишь страдания. Уходите. Блять, не скрип. Блять, ты мне боб дал, ёбаный в рот. Я сказал, не скрип. Ёбаный... И не заходите, пока я вам не говорю, чувак, я его даже не забрал еще. Я сказал, что я Колю. Тут можно ложиться, как будто... А ты вообще не сказал походить. Ну, потому что я не снял бы даже боб. Я зашел, не понимаю, почему у меня босс не бьется. Крутимся. Смотрит. Да. Выйти бы раздавить. Я там просто. Крутимся. Поздно. Зубы. Хую бы. Че так разговариваешь? Сразу. Лорантель, выйдешь, щиточки поднимешь. Феррел, Айсереса. Айсерес, Резакс. Не, варта поднимешь. Двигаемся. Молдиней, каплю ему. Петух упал. Нормально. Ложитесь. Вы зайдите внутрь. Наверху кто стоит. Ну, в принципе, капля была неплохая. Качественная. Пока я не говорю заходите, вы не заходите. Все можно было бы избежать. Просто вы заходили. А кто тебя будет хилить? Так меня даже босс не бил. Я в бопе стою. То есть ты победил босса, да? Неуязвим. Неуязвим. Да я скилл кидаю, не понимаю, что за хуйня, короче. Да мне боб. Я его снял, и уже минус 3 был момент. Ну, там 5 секунд прошло после того, как ты зашел. Ты прям считал с таймером? Ну вон смотри, Эрдру умер на 45-й, я умер на 48-й. Чел умер на 50-й. И еще один на 56-й. Это сколько секунд?
Не было агро. А это уже на булов не было. А. Поставьте, пожалуйста, мамонта. Еще два пула. Сколько? Да, два. Рыбу ставлю, фул ребаф и поедем. Едем. Макс, себя жди. Я еду. Сверху джипс можете починиться, поставить. А он мамонт справа. Осуждаю использовать животных в качестве ремонта. Натуре. Я просто даже не понимал, что он мне боб сначала. Я понял, уже было поздно. Пул 15. 5, 4, 3, 2, 1. Не справился. Узреть начало эры разрушения. Шо происходит? Петух. Разворачивай. Перебежали. Все нормально. Он двигает. Переживайте. Так же сделаем, как на той. Удини. Меня уже залили. Босс топим. Прибегаем. Лупи. Ой. Ебать. Назад бежим. Бьем трэш. По трэшу играем. Блядь. Ох. Лорентель, подними лысом, Атавит. Айсерс, подними лысом. Может, у Ешки не будем стоять и дохнуть? Да, хвостом застанем. Стоп, по боссу. Бьем живой огонь. Перебежали босса, не бьем. Трэш убиваем, потом босс. Мысли вышел. Бьем трэш, потом босс. Босса не трогаем. Еще переведем. Трэш залейте здесь. Боссы каплю. Вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Ух, заходите. Люба. На пол. Одини. Сам себе фигел. Крутимся. Остерегайтесь теней. Монокомбо. Монго. Поставил тотем. Лезвием. Крутимся. Так, исходим. Ай. Не, забейте, босс криво стоит. Он стоит справа от лезвия. Ложитесь. А почему не получилось, ты чем айстачем промахнулся? Ну, его просто кто-то первый ударил раньше. А зачем прикастим? Сейчас посмотрим, кто первый был. Там ДК какой-то. А я же говорю, не прикасись, чуть.
Тут можно и стачем на изи промахнуться. У меня на 6700 такое бывает. Так, еще один пул делаем, наверное, и все. Так, еще на урон. Мальдиней вроде, да? Но, Денис, зачем ты раньше танк кидаешь? Ну, босс на тебя побежал. Кинул джагу раньше, чем одна секунда, и он дал айстач. Айстач? Да. Ну, повтори, посмотри сам. Ну, МРТ тоже пишет Мальдиной. Да, и МРТ написал, и по повтору, и по заклам я вижу. Это джагу дал до того, как бой начался. То есть у тебя даже в повторе она есть, а в заклинаниях, в событиях... А в повторе есть что-то, Викин. Достаешь что-то. Еще раз. Пока танк... Ну, босс не развернулся в Яле. То есть не было айстачи. Вы ничего не жмете. Ты двигаешь босса чуть-чуть, и очень тяжело потом внизу с лезвиями. Да не оправдывайся, Вадим. Хуйню сделал. Что ты несешь, как рыжий? Я не знаю, что ты там нажал, может, и случайно. Но просто и аддон, и по повтору я смотрю, что босс на тебя пошел. Это ж ты дал синюю жагу. Раньше айстача Яли. Дайте каску, пожалуйста, по друиду. Ну, посмотри повтор, не пиши мне ничего в чате. Повтор сам посмотри, и потом пиши. Смотри таймлайн событий, заклинаний, на что спорился босс. И посмотри в повторе, как ты дал, как он дал айстач, и ты дал джагу. Нет, не он слайкер, а ты в секунду кидаешь скилл. Договорились так не делать. Пул 15, ласт пул. Он первый раз видит Хлеон. На танке. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Беги, малышка, беги! Сарус. Перебежали. Да. Надо босса больше пиздить. То опять третий метеор будет. Беги, малыш! Босса, босса, бейте босса. Это так клевый тихонечко.
Босс, босс, босс. Каплю. Вы найдете лишь страдания. Входите. Заходим. Если посмеете. Водник. Стоим. Двигаемся. Петух метку на ход. Кто там поставил? Лезик. Двигаемся. Зуб. Медсестер. Робот, до лезвия 2 секунды, может выйдите, успеете. Стоим пока. Двигаемся. Модини. Крестик. Закс. Вышли, кто не вышел. Стоматовита ты следующий даешь. Черт. Двигаемся. Что за хуйня? Дай минус 50 и на 20. Мне не надо было сейчас нажим. Сейчас я вот тяну чуть-чуть. Вот так. Все, встали сбоку. Во тьме Геру. Ну как вы сдохли? Метеор свет. Ложимся, там нас умерли. А почему вас дыхание цепануло? Самому интересно. Двоих, вы же вроде сбоку стояли. А я только начал увести, тем более в другую сторону. Причем двоих сразу. Пиратка, что ты хочешь? А, ну тут на самом деле... Да чё, я, ну почему я даже больше не хочу еще там какие-то пулы сделать? У нас с уроном прям как будто мы еле-еле в метеор упираемся. Ну типа даже если сейчас все отыграют, нам будет максимально тяжело, ну типа его добить. Ну можно, но это будет прям глина. То есть прям надо дрочить сидеть с нашим уроном. Хотя хз, да, вроде бы все ок. Ему так. А сколько... Там с байерами мы шли. А при чем здесь сова? Раза от ШП от совы не идет в одно, в один. Но. А Элем же дает клятву стихий. Это же от него клятва идет. На 5% крита заклинаний.
Ну, от Эршама, получается, идет клятва. Значит, ну, у нас есть все бафы. Чем? Блистур Шаман 5% крипа. Ну, клятва стихии — это кто, Элем или этот рестер дает? Элем. Точно не дает никакого бафа. Ну, у нас есть Элем. Дай посмотрю талант. Сава, крипту дает. Ну, и Элем. Нет. Элем 5% крита дает, как Сава, типа. Ну, да. Сейчас. Вот, клятва стихий. 5% крита. Такой же, так как отца. Никто не про 13% урона от заклинаний. Так, а, ну... Вообще, как бы для этого анхолик есть. У нас нету БДК у анхолика. Да, и нет. Два нет уже. Но есть лог. Лог может вести. Ну, койки, да, это просто когда сказали лог. Просто... Ой. Да я не думаю, что это прям позарешало. Я не обращал внимания. Ну, 13%. Да, так ты в дереве-то был. Сейчас ты сова. Да. Пол 15. Все так же, только все ранжи наверх и все милики внизу. По хилам внизу также втроем остаетесь, а наверх уходит мисс-систер. Платно. Этот мир вот-вот соскользнет. Ну, поняли, да? Вам выпала честь. Это что? Это я, сорян. Все пробую поставить. Давай, да. Перебегаю. Да не, здесь без вариантов. Но мы также в пятницу, ну типа следующую, я думаю. То, что мы хоть Лича начали в пятницу убивать, уже нормально. Прогресс. Да. Следующую посильнее стакнем позиции. И здесь будет больше шансов. Страшно. Капль. Заходим. Ну, мне хотя бы не стрёмно с этими шарами бегать, я переживаю очень. Ты офигенно бегал шарами. Да. А. Возьмешь? Не, ну не офигенно, но не вайпл хотя бы лысый. Я тоже, ну, тренировался сейчас. Мы даже не дошли до фазы, где будут хилы виноваты во всем. Шарик пропустим. Можно в любой момент обвинить хилов. Пропустим и двигаемся чуть-чуть. Двигаемся чуть-чуть. Стоп. Пяток двинулся. Ладно, зайди вниз. Останешься внизу. Давай, пока лезвия нет. А выйдите, это СРС, поднимешь петуха. Медсистер тебе надо будет прям выйти. Выходи. Прожмись там полностью. Минус 50, всю хуйню нажми. Отойдите вправо, вправо уйдите от босса, вправо. Не бегите, блядь, ну ш... О. Ну, спампер умер. Мы же пропускаем, нахуй вы побежали. Добычка, чуваки. Хильте вдвоем, короче. Спасибо, блядь. От души, это, брат, подними, спасибо. Подожди, Лурантель, выйди наверх резко. Я прожмусь, выйди наверх. Двигаемся. Вышел. Ну подними, ладно. И зайдите вдвоем обратно. И норму дай. Ладно, лучше перебеги. Код дай наверху петуху. Инер. Так я внизу. Стоп, ну то нормально. Пропускаем шарик.
чуть подкручу. Бля, с одним шаром, блядь, сложнее, нахуй. Может, Геру давайте, во тьме. Наверху дайте Геру, во тьме дали уж Геру. Все, добиваем эту хуйню. У меня есть танковская чешка, то вообще похуй. Пропускаем шарик, пропускаем. Че двигаюсь. Сейчас заберут. Этот мир сгинет в огне. Кастерская, что танковская? Макс, покупай. Да, она меня не обойдется. Угу. СВД что поставил? А ноль ляпается, да? Но маги тарики вообще у нас. Понял. Ты где вспышка? Ну, она лучше, чем тарик. Мартак, не разбирайся в магах, вот не лезь. Все, ладно, простите. Ну, я на полных шагах. На серьезных. Пивает? Я на серьезных шагах говорю, что лучше. Давайте... Да, лучше вспышка, чем вот эта чешка? Да. Понял. А если мы сейчас в этот заходим? Заходи. Заходим, Sims. Смотрим на китайцев. В Sims 2 есть заходим, если. Не, на китайцев можно посмотреть там, что они одеты. Метерия расскажешь, блядь. Что там хуже. Метерия, что лучше, это чешка или вспышка, как считаешь? Конечно, чешка. Чешка вместе со вспышкой. Скорость его атаки. Где-то на 600-700 DPS больше будет. На мага. А, на мага? Смотря по статам, что у мага. Там зависимость от этого. Не, с твоими статами, Макс, явно чешка хуже. Чем вспышка. Чешку на мага можно брать, когда бой идет минуту. Ёб твою мать. Так, еще раз кожаные брасы. Блять, не со СПД, а с силы атаки, бля, ебла упала. Тоже я клоун. Бразерс? Силы атаки, брасы. Ставь 5 калорант. Я у меня 77-й есть, а шо лох? Так я 271-ю. У меня 77-й, я шел. По максовой логике они лучше, покупай. А ты дашь мне денег? С доли вычет. Так я ж ничего не получу, там минус 300 уже процентов где-то за мной пиздеж. Господа, что я ставлю? Там следующий уровень, это просто баны пока. Типа, попрощайся с пацанами, до свидания. Розовая печенька, попрощайся с ребятами. Какая печенька? Розовая, я уже сказал. Печенька. Так а что ты на СПД-шный-то не берешь? Рантель. И что мне с ним делать? Котом звать? БР быстрее, что ли? Да. Ну, в них скорость есть. Я себе купил Нимбус со второго босса ЦУК, это ничего не говорит. Что такое Нимбус? Ну, или как там тут посох называется? Нибелонг. Да, вот он. А Нимбус 2000. Между ног вставил и полетел, блядь. Так у меня лучше. Так, касса 300к. Довольно, нормально. Да, с я 80к закинул. Не хотел мне еще брать. Поэтому я тебя не баню до сих пор. Да. Еще почту не хотел мне ставить на корабле. Я помню это. Продайте голды, парни. Так, как кто-то торопится, можете в офлайн уйти. А, леди, мысли вслух, где твои дикурсы были? Его убили после МК. Дальше.
Лупидол, Койман и Кот духи взрыва. Что скажете? Так там дух сам подходит. Ну, не у Лупидола это первый дух, то есть это вообще мы были все защитованы, и я никого не убил. То есть... Согласен. А да, Кот, да. По-моему, кого-то убил, Лысого, да? Лысый ДК, ты прощаешь кота? Кто-то не отбежал, да. А, кто-то не отбежал просто? Бля, интересный, да. Лысый, ты его прощаешь? Алло. Тебя Лысый простил. Спасибо. Петух, ну, тебе на гниломорде упал слизи на голову, что думаешь? У меня тут записаны все ваши достижения за рейд. Хилы не похилили. А на гниломорде то, что типа этот слизень убил троих. Типа пох. Это мелочь. Резакс, почему ты на лане в МК был? Бегал как урод. В МК. Что у тебя там не вышло? У него паркнули тринки, он хотел по тринками людей порезать. Резакс, будут какие-то слова? Пока по-английски пишешь. С ПВПшником за ПВПшца хотел. Микро нет сейчас. Так ты напиши. Я сам виноват? Да. Так, пока он набирает... Ну, типа не по таймеру укусили, он сейчас напишет. Все, понял, оправдан. Так, Лич, вайп номер один. Медсистер Чума, я Лежнец, Мюдиней Сейф, Стоматовита Лужа. Пару слов? Да, нормально поплавали. Мюдиней Сейф не жал, потому что на орке танки слакали. Лич номер два. Щиточки зима, Мюдиней... Опоздал с сейвом. Что скажешь? На гниломорде не забрали маунта. Лич вайп 3. Мартака не прохилили хилы. Латный не дал сейв. Там не так написано. Там так написано. Он дал сейв. Он только на лед дал. Не, я себя въебу за это. Так, ладно. РС, первый вайп. Там, типа, с переходкой, я хуй его знаю. Вот штрафовать. Всегда магеров? Или слабых дамагеров? Как правильней? А, второй вайп. Царапкин охуенно диспейлит. Третий вайп. Латный хил кидает боб. Четвертый вайп. Мюдиней припул. Пятый вайп. Там что-то с дыханием произошло. Ну ты не повернул, он дыхнул в рейд. Киловый нормовский пул. Петух от латы и резакс от лезвий сдох. Там челик метку скинул в рейде. Ник челика. А, это последний, по-моему, пул, да, там был, там нас выкинуло. Рога, по-моему. Нет, это четвертый вайп был. Просто логи не записывай. Не, не было там, ну чё? Нет, метка там, в углу, там метка в углу, вы просто сдохли. Метку разлили в рейде, нас перекинуло на ту сторону, что Мартак говорил, возвращайтесь. Да, мы там стояли, да. Прям под жопкой у него, можно сказать. Мартака? Чего терлись? Ну, и у тебя тоже, да. Так, коту у нас бонус и воднику. Зачем ему бонус? Че, кот нормально танчит, он теперь профессионал. Он хорошо играл. Кот молодец. ДПС. Так, по логам. Немного хуйнем Лысого, магов, Резакса, че там. Что у нас маги такие слабые? Макс, дай минус.
Он значит уже синий логин. Ребята, это китайцы, это китайцы. А ты не китаец? Нет. А у тебя есть друзья китайцы? Я знаю, брат. Я же троллю. Там просто китайцы. Так у них нема, Вов, у них же закрыли серваки. Откуда они? Там плюс 10. Они в Корее играют, в Северной. Северный, да? Завождение плюс 10, так что дали штраф. Тайвань работает, Вов. Да, Максим оправдан за вашу эту хуйню на Личеш, он там пару слов говорил и метку ставил. И водил нас, как мы сели. Он офигенно водил. А мы здесь слух въебываем по полной. Так, минус 20, минус слух. Чуть-чуть у вас, слабенький. Лысый ДК, минус 20. Я жду от тебя синих логов в следующую пятницу, лысый. Так. Хилам вроде всем раскинул. Так, Вадя, а что у нас по топу? Что-то я забыл. Что у нас там Метерия получает бонус. Сандер накинул? Не, сейчас накину. Держи квадрон. Так, Метерия бонус даем. Потом даем Ари Мачану. Что там по босс дымашу? Также. Сарапкин, ты без бонуса, но без штраф. Согласен? Получается, не согласен, да? Сарапкин. У меня опять инсульт. Сарапкин. Ему на вискас не хватит теперь. Так, короче, ну примерно так даем. Так, Яли дал. Яли вот красавчик. Спасибо. Не забрал на гниломорде. Да-да-да. Молодец. Лучший. И под первичного, да, не прожался, или как он там называется? Вадим, у тебя больше всех штрафов, если что. Плевать вообще. Я байер. Че за рофил с первичным жнецом и вторичным, что это? А это на ебанатском что-то. Так. Типа, после того, как я сорвал, умер от адов, просто бурю, даже не свитча, а печать, я вообще ничего не хочу говорить. Типа, так ты, кастера... блядь, диспельнул на этом, блядь. На смотри, ты Царапкин, ты диспельнул в Эреске. Чё ещё ты там творил? Блядь, я твой ник ещё видел. Ну, у тебя тут диспел и топ-доля. Получается ровно 100. Я сейчас тебе так и говорю. Правильно? Правильно. Все. Ты как это сказал, как будто обиделся. Так, а почему Мальдинейн не бэрили, не нагнили, короче, не на орке, короче? Ты говорил ему напомнить что-то. Забыл? Почему пятерка у тебя есть? Хай, сервис. Все, гоу трейд. Короче, бары только для друзей, понятно. Приходите, чуваки. Всем рады. Угу. Особенно этим.
который под вторичного жнеца поджимается, а под первичного нет. Я тебе говорю, у меня Вашка наебал. А как байерам записаться? Логов нету. Ну, типа, на роге. Бот не дает записаться. Это завтра? Ты пытаешься? Завтра или понедельник, вторник. Так там вроде можно же, как байерам. Не, он там пишет ниже, ну, типа, должен лог быть выше 40 лоу. Слушай, я варом записывался, у меня вообще там... Так ты, лысый, ты просто напиши, если завтра придешь, вот у Асмандилу в личку, что ты идешь, а если...